Здравствуйте, уважаемые любители волейбола. Сегодня в 5 городах страны состоятся матчи 4-го тура чемпионата мужской волейбольной суперлиги. Стартовал этот тур еще в минувшую среду поединком «Зенит-Белогорье». И связано это, как вы знаете, с тем, что нашему действующему чемпиону уже в ближайший вторник предстоит провести в Бразилии первый матч клубного первенства мира. Ну а другой матч динамовских одноклубников Ленинградской области и Москвы получился вынесенным на более позднее время и состоится уже завтра в понедельник. А у нас на повестке дня стоит поединок в Новосибирске в спортивно-концертном комплексе «Север», где местный «Локомотив» будет принимать новую из Новокуйбышевска. Уже в общей сложности с 7 коллективами мужской суперлиги к 4-му туру мы познакомились с их обновленными составами и их игрой. Ну и вот на очереди новая пара. Эту встречу для вас прокомментируют Владимир Стецко и Леонид Сапронов. Здравствуйте. Ну, давайте арбитров, коль нам их показывают. Алексей Зобов, москвич, и помогает ему Сергей Бухало из Твери. Опытная пара рефери. Ну, я думаю, что здесь не судейство главное, а то, как команды себя будут проявлять. Видим мы составы сегодняшних соперников. Ну и кто внимательно, вот настолько дотошно следит за нашим чемпионатом и, в частности, состав новый анализировал, тот, наверное, заметил, что появились два новых волейболиста. Это два белорусских легионера. Ну, собственно, они заявлены достаточно давно. Отсутствовали из-за, видимо, отборочных турниров чемпионата Европы. Сборная Беларуси участвовала в этих этапах. Другое дело, что как-то пораньше они должны были, по моему мнению, все-таки появиться. Ну, какие-то, наверное, свои были основания к тому. И вот так или иначе, доверит ли им Константин Брянский место сразу в составе? Вот, судя по всему, на скамейке запасных и Авдоченко, и Бусил остаются. А с составом новым, ну, будем сейчас разбираться, может быть, в режиме онлайн. Давайте, кого заметили. Первый номер — это Владимир Съемщиков, центральный. Диагонали Никита Алексеев, 12 номер. Два центра — это обычно, ну, второй центр — это Иван Козицын, 17 номер. Два доигровщика — Александр Болдырев, 16, Дмитрий Макаренко, 11, и Валентин Стремчук, номер 8, связующий игрок. Вот так начинали все матчи этого сезона волейболисты новые. Причем, повторюсь, белорусов не было даже в заявке. Ну и «Локомотив» более знакомый нам, конечно же. Многие поиграли в сборной России, многие в ней еще и поиграют. У меня в этом сомнений нет. И давайте по персоналиям. Сергей Савин, хорошо нам знакомый доигровщик под номером 8. 7 у связующего Кавика Шоджи, американца. 13 вот Алексей Самойленко, это центр. Илья Скуркаев, 20 номер, это второй центр в этом матче. Кого не успели, наверное, Николай Павлов, диагональный номер 7. И Лукаш Дивиш, да, второй доигровщик. И второй Шоджи на позиции либера. Эрик Шоджи, номер 1. Два брата-близнеца американца. Он связующий, по-моему, давно достаточно уже объявлено его. А либеро появился чуть позже. И с оговоркой, что пока вот до Нового года с ним контракт подписан. И насколько он нужен будет команде. Вот, может быть, как раз эти отрезки игровые должны определить. Ну, а по моим данным, одному брату Кавите, связующим 29 лет, а Эрику 27. Ну да, они так вот внешне как близнецы выглядят, да, но на самом деле они, да, разного возраста. Закончили один и тот же университет, причем там буквально на один год, по-моему, они в нем пересеклись. И потом по своей карьере тоже не часто вместе доводилось играть. Был там какой-то сезон в Европе, по-моему, в Берлине они там, могу ошибаться, но это не так важно. Один сезон они еще играли вместе, вот у них новый шанс такой не только в сборной вместе на площадке находиться, но и в клубы, по крайней мере, вот на какой-то период. Первую подачу исполнили гости. Это сделал связующий 31-летний Валентин Стрельчук. И хозяева площадки провели результативную атаку. Ну, надо сразу сказать, что в предыдущем регулярном первенстве страны, которое не имело продолжения в виде плей-офф, эти коллективы заняли, соответственно, 6-е, Новосибирск 11-е места. И если ново вернувшаяся в Суперлигу после 6-летнего перерыва может считать для себя этот показатель вполне приемлемым, то для железнодорожников, которые за последние те же 5-6 лет привыкли бороться только за самые высокие места, вот это 6-е место стало откровенной неудачей. Тому были свои причины. Уехал играть в Корею по ходу уже сезона лидер-бомбардир Павел Мороз. Ничего не предъявил своего
без сомнения, высокого мастерства, выписанный из Сербии доигровщик Никола Ковачевич. Ну, а потом еще Александр Будьков в «Зенит» перешел по ходу уже сезона. Да? И Андрей Воронков, главный тренер и творец всех побед «Локомотива» после неудачной, относительно, конечно, потому что были у него там хорошие победы, работы со сборной России, вполне возможно, несколько уверенности в себе подрастерял. Это мое предположение такое. Так или иначе, но Воронков по окончании минувшего сезона из «Локомотива» ушел в «Краснодар». Кроме него команда потеряла практически всех своих забойщиков, ведущих игроков, которые определяли и лицо, и игру в последние очень удачные годы. Три человека, как мы знаем, перебрались в «Зенит». Это Будько, Вольвич, Земчонок, а ранее туда же проследовал Ящев. Морозки переиграет за «Урал». Ушел, естественно, и Ковачевич. Ну и таким образом, славная страница в истории новосибирского клуба, который существует аж с 1981 года, тогда он назывался «Север», оказалось перевернутый. Еще раз напомню достижение новосибирцев последних 6 лет. Дважды команда побеждала в Кубке России в 2010-2011 годах. В 2013 году удалось выиграть Лигу чемпионов и тогда же стать финалистом клубного чемпионата мира. Ну а вот 2 года назад «Локомотив» дошел до финала чемпионата страны, где проиграл «Зенит». Все это под руководством Андрея Воронкова, который теперь в Краснодаре строит новую команду. А на смену ему в Новосибирск пришел вот знаменитый болгарский игрок, тренер Пламен Константинов. Ну вот вместе с ним появились в «Локомотиве» 2 американских брата Кавика и Эрик Шоджи, а также вернувшийся в коллектив после 5-летнего перерыва 34-летний диагональный Николай Павлов. И вот это, я думаю, самое главное, что сегодня можно сказать. Возвращение Павлова, вот для меня, по крайней мере, может быть, субъективный это несколько взгляд, но именно так выглядит сегодняшний сезон «Локомотива». Тут, безусловно, Павлов, наверное, один из самых умных диагональных. Не хочу никого обидеть, но он никогда не был, собственно, является, да, не очень высоким волейболистом. Там едва ли, по-моему, до 2 метров дотягивает. Если дотягивает, в принципе, там разные цифры иногда попадаются. Вот. При этом всегда очень разнообразный, действительно вот умный, всегда с неординарными решениями. А поиграв год в Италии, хотя там у него тоже не все однозначно, и тоже там проблемы были, травмы долечивал он определенные, и за место в составе пришлось бороться. Но так или иначе, вот для таких игроков в другом чемпионате побывать, особенно в таком, ну, своеобразном, по-хорошему своеобразном, каким является Италия, раньше серия А называлась, сейчас там, по-моему, тоже типа Суперлиги какое-то название. Вот. Это очень для таких игроков здорово. И я думаю, что если, ну, будем надеяться, со здоровьем будет у Николая все хорошо, то и сибирский «Локомотив» совсем других возможностей станет командой. Это из возвращений таких. Вот второй возвращенец. А то таком все говорят, что он должен быть национальной сборной нашей страны. Вот в это 4-летие, по крайней мере, плотно, что ли, бороться за одну из позиций центрального блокирующего. Здесь есть серьезная конкуренция, мы это знаем. Там, помимо опытных Мусерского и Вольвича, есть и молодые ребята талантливые. Но вот Куркаев в этом ряду весьма заметная фигура. Вернулся из аренды, хорошо поиграл. И теперь доказывает вот у себя в родной команде, где он, собственно, и воспитывался. Ему предстоит право, наверное, играть за национальную команду, где он свои силы уже попробовал в 2015 году. Несколько матчей проведя. Ну и сейчас как раз на подаче 20-го номера Новосибирска хозяева набирают 17-е очко. Мы видели этот затяжной розыгрыш и передачу. Доигровщик 11-го номера Дмитрия Макаренко Алексей Зубов засудил как неправильную. За счет этого очко досталось «Локомотиву». И вновь Ильяс готовится к выполнению своей второй подряд подачи. Выполняет он планер целенаправленный. И на сей раз очень грамотно отыгрывается блок тот самый Макаренко, сокращая отставание. Ну вот стартовый спорт хозяев гости пропустили, как мы видим. Теперь им придется догонять соперника. Ну, зал по традиции в Новосибирске переполнен. Об этом так, даже не надо, да, лишний раз по говорить. По факту, ведь это первый матч чемпионата страны на своей площадке в Новосибирске. Здесь был этап Кубка сыгран, полуфинальный. Кстати, очень неприятное воспоминание для хозяев. У них абсолютно не получился. И это пока единственное, что не получилось у «Локомотива» — отобраться в финал 6 Кубка России. Правда, еще есть теоретический шанс за вайлдкард побороться. С точки зрения волейбола и результатов, «Локомотив» вполне, может быть, на это и будет претендовать. Но вот, как сказал Роман Станиславов,
гендиректор, там, честно говоря, то есть руководитель, менеджер этого клуба, то, в общем-то, надо понять, готовы ли мы бороться за трофей, иначе какой смысл в этом участвовать? Очень хорошо и правильно сказано, потому что это не игровая практика, и не только она. Кубок России – это Кубок России. Это почетнейший трофей, который, кстати, дает право сыграть в Кубке ЕКВ как минимум. Но вот для меня это один из таких серьезных аргументов «Локомотива» в этом сезоне. Команда не участвует в Еврокубке. И располагая составом опытных игроков, такой сплав таланта и опыта, то, в общем-то, хорошая тренировочная работа, которая в этой ситуации будет у команды обязательно, да, будут тут еще и перерывы всевозможные, она ведь ей только на пользу пойдет. Тут есть с кем Пламену Константину действительно поработать. Не будем забывать, что последний его приход в российский чемпионат — это был Нижний Новгород в губернию, и там он как раз с Николаем Павловым работал. Вот это хорошо, так знакомый ему главный, что ли, актив команды. Да, хороший сбалансированный состав у нынешнего «Локомотива», отличный тренер, и, конечно, задачи на сезон могут быть поставлены самые высокие руководством клуба. Есть для этого все основания, но у нас технический первый тайм-аут пришел, ведь и прошел при счете 8-3 в пользу хозяев, и игра продолжилась, снова снялась с подачи железнодорожников. Была тут доигровка у Павлова, мы видим, но не сумел разойтись с руками. Вот, кстати, то, наверное, что можно устранять, да, вот эта вот подстраховка, когда, ну, явно здорово играющий в защите Шодзе, вот, который сейчас блестящий обманный удар выполнил, готов был уже Павлова подстраховать, и мы знаем, как американцы это умеют делать, а и вот эти невысокие братья, они, ну, действительно, блестящие защитники оба. Ну, вот там Самойленко первое касание сделал, не будучи очень к этому готов. Ну, готов, в смысле, возможности у него было для этого небольшие. А так-то, конечно, он наоборот заряжен был, наверное, не свой мяч, проще говоря, сыграл. Маленький аут или будет просмотр все-таки? Нет. Так, зал затих, может быть, даже в ожидании решения Пламена Константинова, а вдруг? Но это все-таки аут. Мы еще расскажем, что в финал 6 Кубка России отобрались, помимо Фатила, который держал победу в полуфинале, на полуфинальном этапе розыгрыша нашего второго по значимости трофея здесь, в Новосибирске, Новоуренгойского Фатила, также московская «Динамо», казанский «Зенит» и «Белогорье». Ну и вот «Газпром Юград» добавится к этой четверке на правах хозяев турнира. Впервые он пройдет в Сургуте, финал 6. Ну и вполне возможно, да, вот как Владимир сказал, новосибирский «Локомотив» добавится к этой пятерке. В всяком случае, финальный турнир ничего от этого не потеряет. Да, но это не информация ни в коем случае. Это так, чисто вполне возможно размышление вслух, да. Просто никто не, как новость это пусть не сочтет. Это решение еще нет. Вот я знаю, что собираются пока заявки. И, конечно, уже когда будет полный список команд, кто претендует на этот вайлдкард, исходя из спортивной составляющей, зрелищной и прочего, конечно, будет и сделан выбор. Очень хорошая команда, может, надо и помогать в конце концов, чтобы у них в регионе все здорово развивалось, этот вайлдкард отдавать. Но разные резоны могут быть, поэтому тут не только как ты готов, какой у тебя состав и какие у тебя возможности. Достаточно легкое, уверенное начало для хозяев этого поединка. У нас получается 1-6 на подаче Кавити Шоджи. Я вот не знаю, открытие ли для тебя, что Шоджи такую силовую подает? Я, честно, для меня он так стереотипом сложился, что у него планер очень сложный. И сборная США невостребуемый часто как связующий игрок. Он выходит мы на подачу. Мы же его не видим практически. Да, он за Кристенсеном там. И выходит он подавать именно планер, как правило. Так как что-то не запечатлелось у меня в память подачи Кавити Шоджи. Да, вот я тоже боюсь ошибиться, может быть, мы там и силовую как-то видим. Ну, вот, честно, ну, подает вполне прилично силовую подачу. Вот сейчас тайм-аут, как раз под нее вынужден брать главный тренер новый Константин Брянский. А был уже эйс, вот, когда мы там в начале только начинали свой репортаж. Вот первый рывок на первой же расстановке. Вообще, обращу внимание, что обе команды начали с одним вариантом расстановки, с диагональной четвертой зоне. То есть вот, первой же на съеме расстановки с диагональной четвертой зоне. Это значит максимально все-таки ставка на блок. Сразу вот первые три линии, три расстановки с высокими блокирующими, то есть связующие на задней линии. И те, и другие одинаково к этому подошли. Хотя это вот такая, ну, скользкая, что ли, вещь. Потому что, да, блок-то подрастает, но диагональные атакуют в четвертой зоне, где не всегда у них и здорово это получается. Не у всех, скажем так, очень стабильно.
И мы видели Никиту Алексеева сразу за Чехрини, хотя он как раз много очень играл доигровщиком. Я не думаю, что у него проблема там в четвертой зоне сняться. Но вот в игру-то надо еще и суметь попасть. У Павлова здесь опыта, как мы видим, больше оказалось. Ошибся на подаче и высший динамовский доигровщик. Новый Александр Болдырев, 16-й номер. Правил мяч глубокий аут. 13-7 на подаче Лукаша Дивиша, капитана новосибирцев. Но очень сильная линия доигровки, безусловно, собрана в команде. Кроме Дивиша, это Сергей Савин. Сейчас как раз он реализует образовавшийся доигровочный момент. Савина на майке 8-й номер. Мы его также хорошо знаем по выступлениям за ту же губернию, да, под руководством, началом нынешнего тренера. Локомотив. Да, это тоже из этой же серии, да. И как ты, я вот упомянул Павлу, не упомянул Савина. Это, конечно, неправильно. Ну, практически на каждой своей подаче набирают железнодорожники как минимум по одному очку. Вот сейчас допускает ошибку Дивиш, позволяя соперникам сняться с его силовой. 14-8, 8-14, точнее говоря. Счет красноречивый весьма. Вообще так, изучив статистику первых матчей, новые, а другой, в общем-то, информации трудно было получить. Не так часто мы эту команду и показываем. Обнаружил я, что, ну вот, загрузка Алексеева огромная. Если их в паре с Болдыревым считать, то у них там получается до 2/3 атак всей команды на двоих иногда складывается в определенных матчах. В общем-то, ясно, что есть лидеры, но, с другой стороны, это облегчает жизнь и соперникам. Сейчас, правда, хороший первый темп. Иван Козицын. Ну вот, 11-й номер. Дмитрий Макаренко, он атакует немного. И вот был эпизод совсем недавно, когда с хорошей подачей Дивиша как раз доигровочный мяч Локомотив выигрывал. Некому было, кроме как четвертую зону, сложный мяч пасовать. Вот тут, конечно, Макаренко не столь эффективен. И сразу появляются шансы дополнительного Локомотива. Так что вот в тех расстановках, когда он на передней линии, усиление подачи очень много может дать. Не всегда возможность хорошо отдать диагональному существует в волейболе. Но это Алексеев. Говорили мы о том, что много и неплохо атакует, и подача-то у него хороша. Вполне возможно, первое брейковое очко принес Никита своей команде. Но со второго захода уже локомотивцы справляются. И Сергей Савин уводит свой коллектив на первый технический, на второй технический интервал в первом сете с запасом 6 очков. Ну, про нового сказать особенно нечего, кроме того, что дебютировала эта команда в нашем высшем волейбольном свете в 2004 году. Никогда на какие-то громкие титулы, наверное, она не замахивалась. Ну и вот вернулась в Суперлигу в прошлом сезоне после 6-летнего перерыва. Ведущие игроки, наверное, как Владимир же их представил, в первую очередь диагональный Никита Алексеев, ему 24 года, на 2 года постарше бывший динамовец Александр Болдырев. Мы неоднократно его наблюдали, как он уходил со скамейки. Да, Болдырев в арене, Алексеев перешел из Урала. Ну и вот еще вот двух белорусских все-таки игроков видится, по крайней мере, в стартовом составе. Не знаю, в каком они состоянии, знает об этом, конечно, Константин Берянский. Повторюсь, так по срокам они должны были бы уже поиграть за новую, но вот почему-то только на заявку на матч попали впервые именно сейчас. Белорусская команда вылетела во втором отборочном раунде к чемпионату Европы. То есть вот совсем недавно был сыгран третий, уже последние путевочки раздавались. Там уже белорусы не были задействованы, так что, вот, не знаю, какая-то пауза получилась. Может быть, там с трансферами что-то связано. Не берусь говорить о том, чего не знаю. Сам факт, что, ну, такой, наверное, актив есть у новой. И вопрос, когда они его задействуют и насколько эффективна будет эта помощь. Потому что ясно, что команда работала в этом составе много. Есть определенные наигранные варианты и связки, и прочие взаимодействия. И вот внедрить двух игроков, даже, может быть, более высокого класса, а это еще тоже надо доказать, не всегда просто. Ну вот, но вот так потихонечку осваивается, да? Да, приближается. Подачка полетела. Есть возможность рисковать. И вот мы видим, Болдырев на этих сложных мячах куда как эффективнее, чем свой коллега по амплуа. И поувереннее в себе, и решения такие достаточно смелые. Сейчас он
и по верху, и в линию, и стык блока искал одновременно. То есть вот такую уязвимую достаточно область выбрал, не будучи там на какой-то высоте даже малейшей. По сути, сверху он атаковал, едва ли прыжок там чисто номинальный был. Безусловно, Александр уже готов, давно, мне кажется, созрел для игры на высшем уровне. Много лет провел в запасе московского «Динамо», но это тоже характеристика, да, человека. И поэтому, естественно, переместившись в «Нову», получил сразу игровую практику. Похоже, первый просмотр в этом матче состоится. Очередная агрессивная подача гостей. А вот аут или нет, узнаем мы чуть позже. Я даже, честно говоря, на себя и не возьму смелость свое мнение даже высказать. Настолько все быстро было. Это аут, и Павлов тоже успел. Или, может, зацепил мяч линию все-таки, да? Надо ждать. Никита Алексеев подал начало рывку со стороны гостей. Выполнил пару очень хороших прикладистых подач. Но сейчас вполне мяч, конечно, мог попасть в боковую линию. Недоволен, видите, главный тренер так гостей. Уверенно вообще в Брянске высказывает претензии, как будто у него там это самый измерительный прибор. Там, как это, сантиметр можно углядеть? Ну, визуально аут, да? То, что там арбитр на линии показал, это настолько все неважно, по сути. Потому что решение принимают те, кто считаются с их мнением, но не более того. Потому что решение остается за главным судьей, и мы знаем, что арбитры на линии часто местные, ну, в спорных ситуациях, да, не знаю, даже не соблазн это, наверное, а просто такое рефлекторное даже желание отдать хозяевам площадки, если мяч действительно спорный. Хорошая подача удалась Савину, и как следствие возник вот этот игрок, в который Николай Павлов напомнил себя образца там 2-3-летней давности, в очередной раз уже по ходу этого поединка, такой же прыгучий, таким же мощным прикладом. И такой же разный в каждой атаке, да, вот да. Мы видели, как ты говоришь, вариативный, смахивал, да. Да, и накатывал так вход, и мощно атаковал вход, и подкручивал. Ну вот это вот действительно Николай Павлов лучших своих образцов, когда он абсолютно здоров, хочется в это верить, опять же. Сколько раз уже говорили, что абсолютно здоровых уже не бывает игроков с определенного возраста. Ну, Павлову 34 года, очень мощная фигура, безусловно. Не считая московского «Луча», по-настоящему он стал заметен, вот именно играя за «Локомотив», за который он провел 5 сезонов с 7 по 11 годы. Потом год отыграл, как мы знаем, за московское «Динамо», перешел в губернию. Ну, а предыдущий сезон провел в Италии, вернулся туда, где когда-то блестяще просто начинал, по большому счету, свою карьеру. Хотя до этого была еще Харьковская юрокадемия в самом начале пути, но это не так важно. Ну, как-то все-таки вот резко Павлов сошел с орбиты сборной, из которой стал, мы помним, в 2013 году чемпионом Европы, выиграл мировую лигу. Ну, травмы тому виной, конечно, огромные нагрузки в клубе. Травмы однозначно, только и другой причины не было. Надеялись, наверное, что он это четырехлетие. Ну, он начинал его с Воронковым, и, собственно, Воронков, как никто другой, лучше знал его возможности. И мы видели эти возможности в 2013 году, когда Павлов был абсолютно здоров. Он был, ну, наверное, может, и лучшим вообще диагональным. Он потрясающий. Да. В то время блестящая не игра. Так много в мире таких диагональных, стабильных, как вот потом, Максим Михайлов, Николай Павлов. Как потом раз помним чемпионат мира, когда он особо диагональных были травмированы. Ну и дальше, к сожалению, вот эти проблемы для него по нарастающей пошли. Ну вот хорошо, что вот он, и очень приятно видеть. Я думаю, Николай что возвращается. И умный игрок, и хороший пример для партнеров по команде с точки зрения профессионализма. Это абсолютно точно. Станислав Еремин вышел на подачу у хозяев под своим 9-м номером. Мы, железнодорожники, еще одно очко на ней заработали. Ну и та же участь, кстати, что и Павлова постигла и двух основных доигровщиков, да, вот того периода времени в нашей национальной команде. Евгений Сиважелеза, Алексей Спиридонов. Именно они вместе с Павловым и остальными ребятами ковали победы вот в том послеолимпийском сезоне, первом самом. Как раз тогда заговорили о том, что в России классных волейболистов хоть на 3 сборные наберется. Но как-то очень быстро сошли эти ребята, ярко вспыхнув. Хотя, конечно, мы верим, что и Сиважелес окончательно поправится, заиграет свою прежнюю силу в «Зените». Здорово. Вроде бы начал сезон Енисей и Спиридонов в предыдущем туре против как раз «Локомотива» у себя дома. 30 очков набрал этот доигровщик. Ну, вот, понадобятся они сборной страны, в общем, вопрос. Ну, с игровой точки зрения для них не здорово, что они оказались в «Зените» за спиной у Андерсона, а потом еще и Леон появился.
таких игроков, конечно, переиграть очень сложно. Это вообще элитный, как говорится, уровень в мировом волейболе, штучный абсолютно, мастера. Вне конкуренции, да. Да, и вот сейчас Спиридонов это решение принял. Сиважелис, он, во-первых, действительно залечивает травмы в основном в последнее время. Ему там не для каких-то таких глобальных, что ли, мыслей по своей карьере. Ему бы играть, вот выйти и побольше бы. Ну, а у нас тем временем счет 27-15 в первой партии. Ничего, по большому счету, СКК «Север» не меняется. Хозяева уверенно держат свой отрыв. Сейчас коснулись сетки блокирующие новые. Атаковал за трехметровый Савин. 22 очко в копилку положил. Такая основательность в игре «Локомотива» видна. То есть у меня нет ощущения, что команда играет на своем максимуме. Но пока вот играет ровно столько, сколько надо. Игроки отличные. Замену у нового связующего игрока. Павел Зайцев, опытнейший волейболист, появляется на площадке. Один из главных ветеранов нашей лиги вообще. Вот, и... Ну, это точно, абсолютно. Олег Самсонычев, да, 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 готовился, но получил травму там в конце где-то подготовки и расторгли контракт по взаимному соглашению с ним. И пришлось кого-то срочно искать. Но нужен был, я так понимаю, опытный прежде всего игрок. И вот... Павел Зайцев, который последний раз, ну, в Сургуте был в прошлом году замечен. Да. И то он там большой такой роли замечен. Не играл. Скорее вот этой неприятной ситуации, там, в которую они с Дмитрием Ильиных попали. Ну, вообще, Павлу Зайцеву 37 лет. Он начинал, может быть, не все помнят, в МГТУ еще в 98 году прошлого века. Чемпион России 2001 вместе, кстати, с ныне еще, до ныне играющим Тарасом Фтеем и тем же Андреем Ащевым. Ну и далее были у него по списку московская «Динамо», Краснова в сезоне 6-7 годов провел здесь. Этот год Павел Зайцев не здесь, а в Новокуйбышевске за свою нынешнюю команду играет. Три года Павел провел в «Зените» с 7 по 9. Ну и все время он был все-таки на подстраховке, так скажем, основной связки. И всего трижды становился за свою продолжительную карьеру 18-летним чемпионом страны. Кроме МГТУ, это еще были московские «Динамо» в 6 году и «Зенит» в 2009. Такой игрок, но тем не менее он находится в запасе. Да, собственно, у него вся карьера такая, что он резервный, связующий, надежный, который выйдет. Если плохо все будет у партнеров, ну, по крайней мере, качество добавит. Не очень высокий Павел Зайцев, к сожалению, поэтому на него, как на основного связующего, может быть, и трудно рассчитывать. Но зато колоссальный опыт, повторимся. 22-16 Ковика. Шоджи подавал. На сей раз недостаточно сильно у него получилось. И снимаются гости. Под 12-м номером это все тот же Никита Алексеев. Мощный, конечно, гренадер. Вот и Павел от Дотченко. Ну, во-первых, в каждом абсолютном матче вот Макаренко рано или поздно на скамейку оседает. Появляется кто-то из партнеров. Вот Павел от Дотченко впервые в этом сезоне в составе новый доигровщик сборной Белоруссии. Ну и посмотрим, насколько он способен вот сейчас уже помочь своей команде. Но эта помощь явно потребуется уже в следующей партии прежде всего. Сейчас так возможность немножко в игру войти. Насколько это... будет большая возможность, потому что «Локомотив» явно так, не имеет желания дать сопернику головы хотя бы приподнять, не то что там поднять. Сетбол на подаче Дивиши. Посмотрите, как Лукаш этот мяч укротил потрясающим образом абсолютно. Ну, действительно, мастер высочайшего класса Лукаш Дивиш. Пробовался он в сборную России, как мы помним, в олимпийском сезоне. Да. Но на этом первая партия у нас остается завершенной. 25-16. Ждем продолжения. В Новосибирске, в спортивно-концертном центре комплексе «Север», продолжается поединок четвертого тура мужской волейбольной суперлиги между хозяевами из «Локомотива» и сегодняшними гостями из Новокуйбышевской «Новы». Первый сет совсем недавно завершился. Уверенные победы хозяев площадки со счетом 25-16. И вот тот случай, когда с самого начала сета не было, наверное, никаких вопросов об его исходе. Сразу же быка за рога взяли подопечные Пламена Константинова, главного тренера новосибирского «Локомотива», и довели дело до, скажем так, разгромной
победы. Да, подачи ошеломили соперника. По большому счету, с первой же расстановки начались эйсы. И так с хорошей периодичностью, что ли, вот так вот чисто с подачи забивали, добирали свои очки железнодорожники. И, впрочем-то, и завершили партию тоже эйсом. По сути, эйса там было, конечно, касание Лукаша Дивиша. Но, наверное, надо немножко сказать более подробно о том, как в турнирной таблице команды себя ощущают. Ведь у нас «Локомотив» — единственный клуб, который может бороться за лидерство с «Зенитом» на сегодня. Причем надо отметить, что календарь-то зеркальный вот у сегодняшних соперников. Если «Нова» три поединка провела дома, и одна победа, правда, над «Белогорьем», который, наверное, стоит особняком, есть у них, то «Локомотив» Новосибирский трехматчевую такую выездную, что ли, сессию имел и во всех матчах победил. Но одна победа 3-2, так что вот на очко меньше, чем у «Зенита» было у железнодорожников. Но, повторюсь еще раз, с этого сезона главные победы. А вот по три победы всего у двух команд. «Зенит» свою четвертую победу одержал, мы уже говорили, над «Белогорьем». Вот «Локомотив» сегодня может вновь вплотную подобраться к лидеру чемпионата. Ну и заодно оторваться от тех, кто какие-то очки потеряют по ходу этого тура. Большинство игр которого все-таки состоится сегодня. Ну, в стартовом туре действительно удалось «Нове» сверхсенсацию, наверное, чемпионата преподнести своим болельщикам, зрителям. С пяти сетов было обыграно на своей площадке «Белогорье». И Никита Алексеев стал безоговорочно лучшим в том матче, набрав 26 баллов, принеся своей команде. Но пока команда Константина Брянского идет на привычном для себя уже 11-м месте. Напомню, что в предыдущий сезон они на этой строчке турнирной таблицы завершили. В прошлом туре «Нова» здорово, кстати, отборолась у себя дома и с московским «Динамо», хотя уступила 1-3. Но счет в партиях весьма красноречив: 22-25, 25-23, 23-25, 21-25. Так что очень серьезно в борьбе уступили. Вот как у нас начинается вторая партия. Александр Болдырев, ему, в общем-то, все равно, что Кавика Шоджи один из лучших принимающих мирового волейбола. Если летит силовая подача, вот, точнее, Эрик Шоджи, Кавика связующий. Если летит подача, даже он не может с ней справиться. Ну, вот со второй попытки это удается. И даже доводка хороша, а вот Куркаев не попадает. Ну, хороший мяч-то, в общем-то. При такой доводке надо забивать, особенно если у соперника летит такая подача. То есть пока попадает в либеро, а если Болдырев будет еще и других игроков нагружать, вот такой именно подачи могут быть и проблемы. Но проблема уже есть. 0-3 до хозяев. Очень хорошая подача по замыслу от Александра Болдырева. Чуть-чуть с тросом мяч. Ну, показалось, что и по технике он себе низковато подбросил и, в общем-то, так перебивал этот мяч. Задумал, может быть, действительно укороченный, но подбросил даже для нее низковато. Ну, как Лукаш Дивиш, мы помним, исполнил свою подачу на первом сетболе в стартовой партии великолепным образом. Именно такую, или похожую на то, что пытался сейчас сделать Болдырев. Тогда результативной подачи получилось. Сейчас допустил Болдырев ошибку, но это не так важно, поскольку снимаются гости в начале второго сета весьма уверенно, как и в целом, играют. И уже 4-1, они удерживают пока свое преимущество. Кстати, обрати внимание, что Дмитрий Макаренко вернулся в стартовый состав команды. То есть все-таки этот игрок, видимо, с хорошим приемом. Ну, по крайней мере, понятно, да, что если он меньше атакует, значит, у него достоинства должны быть другие, как минимум. Другое дело, что так подавал «Локомотив», что там о приеме «Новой» в первом сете как-то рассуждать не очень-то правильно, наверное, будет. Но все когда-то заканчивается, ко всему подбираются ключики, и мы видим, что совсем с другим настроением волжане начинают вторую партию. Да, и сейчас великолепная передача за спину, атака Алексеева была удачной, потому что опередил блок соперников. Ну и передача была, конечно, хороша в исполнении Стрельчука. Ошибается Алексеев на подаче, имеет полное моральное право для этого. Немало очков приносит своей команде подобным образом диагональный игрок. Наверное, представим еще раз составы играющих команд. У «Новый» матч начинали и продолжают те же самые игроки: Владимир Съемщиков номер 1, 8-й в связке Валентина Стрельчука, 11-й
Дмитрий Макаренко ушел, да, с площадки? Не, Макаренко знаешь, вернулся снова назад. Сет, да, мы уже об этом сказали. Угу. И Никита Алексеев номер 12, 16 у Александра Болдырева, 17 у Козицына Ивана. Ну, как раз на подаче сейчас Макаренко и работает. Подача получилась недостаточно убойной. Ответ хозяев весьма убедительный. Ну и назовем стартовый состав. Локомотивцев, Лукаш Дивиш, второй номер. Капитан команды, шестой у Николая Павлова. Кавики Шоджи, седьмой. Восьмой у Сергея Савина. У Самойленко Алексея номер 13 на майке. И под 20-м номером Илья Скуртай. Савину тоже ведь надо доказывать, что его последнее слово на уровне национальной команды еще не сказано. Кто там будет главным тренером сборной, пока не ясно. Но кто бы это ни был, этот человек, наверное, уже внимательно смотрит. Потому что, ну, какой-то, если круг кандидатов существует, то каждый из них уже, наверное, для себя примеривается, да, к этой ситуации. Да и вообще наш чемпионат на виду, особенно матчи, которые наш холдинг транслирует, они, конечно, более доступны для любого специалиста. Так что Савин, мы видели вот хорошую атаку на групповом блоке. Тоже ведь травма вот в олимпийский сезон, нелепый перелом там какой-то абсолютно. Когда он же вроде бы мог подключиться к национальной команде. Ну, вот такие вещи иногда бывают так вот для судьбы и определяющими. Да? Но вот не хочется, чтобы в случае с Сергеем Савиным это было. Так, по данным, это очень хороший игрок. За травм очень много народу у нас выбыло. Именно на этой позиции доигровки, на которой, казалось, что в порядке будет, да, после олимпийского отбора. Можно вспомнить в этой связи Бережко и того же Сиважелеза, что вынужден был в итоге тремя игроками этого плана. Оказался недоступен. Да, да, да. Ну, много таких действительно моментов. Невезение было в олимпийском сезоне для нашей мужской национальной сборной. Ну, а раз уж ты заговорил о предстоящем выборе кандидатуры на пост главного тренера национальной сборной России на предстоящие, я уж не знаю, там, двухлетие, четырехлетие, то можно сказать, что вот Пламен Константинов не единственный иностранный тренер, конечно, в Суперлиге наш стран, Константин Брянский, главный тренер новый, но мы знаем, что болгарин Константинов с нынешнего сезона работает с новосибирским Локомотивом. Есть еще у нас в Суперлиге два иностранца, это француз Борис Гребенников в Урале и финн Томас Милвола в Кузбассе. И сейчас остро действительно стоит вопрос о тренере сборной, который будет не избираться, а, если не ошибаюсь, назначаться, да, руководством федерации. Владимир Олегов ушел, и президент федерации Станислав Шевченко сказал, что на место главного метят многие. Но, как я понимаю, иностранцы у нас больше не в почете. Ну, а кто же тогда? Ну, как не в почете? Все индивидуально. Если там гипотетическую фигуру, там, Хулио Веласко брать, какие к нему могут быть вообще вопросы, да? Другое дело, какие у него там планы, какие обязательства и какие планы у нашего руководства. Тут слишком много вопросов. Ну, а Константинов недавно, в общем-то, подчеркнул, в принципе, эту информацию достаточно давно знал, что у него контракт на 4 года с Болгарской Федерацией, он еще до Олимпийских игр был подписан в Рио-де-Жанейро. Ну, вот он подтвердил в одном из интервью, что да, я 4 года работаю со сборной Болгарии, никаких других планов не имею. Там первый сезон, может быть, не самый удачный, но он такой очень рабочий получился. Там более 30 кандидатов удалось посмотреть сборную Болгарии. Две их, по сути, было. Одна в Евролиге играла, вторая вот в Мировую лигу. Мы видели болгар в деле. И кто-то пропускал. Понимая, что на Олимпиаду уже не отобрались, этот сезон олимпийский, он для ветеранов был такой переходный, что ли, да? Надо было им понять, хватит ли здоровья на следующий цикл идти. И вот уже с этого года, думаю, что сборная Болгарии готова будет, ну, в каком-то боевом виде собираться потихонечку. И все, кто будет доступен до Константинова, все должны быть, наверное, в его распоряжении. Там есть тоже моменты. С кем-то он уже успел там и немножко разругаться, рассориться. Кого-то уже не привлекает из обычной обоймы. И со связующим там большая пока проблема. Но все это решать предстоит ему. Главное, как мне кажется, что Цветан Соколов наконец поправился окончательно. Вернулся в строй. И нынешний клубный сезон проведет он за бывшую Мачерату. Ныне Чевитанова, да, называется этот клуб. Да, по спонсорам едва ли не каждый год. Там немножко эти названия все видоизменяются. Нам по городу легче ориентироваться, когда мы итальянские клубы говорим. Ну, в последнее время Соколов был травмирован достаточно долгий период. И сейчас вернулся. Усиление, безусловно, для сборной Болгарии в ближайшем будущем. Но у нас, видите, не удержали своего вот этого достаточно внушительного лидерства гости. Ведь к техническому
первому отрезку. Во втором сете вели с 4-очковым интервалом. Волейболисты новые, а сейчас счет вот после очередной неудачной атаки гостей, контратаки хозяев, сравнялся 9-9. Не лучшим образом распорядились своим комфортным заделом волейболисты новые. Еще одна атака утыкается в двойной блок. Кстати говоря, прихватили лидера Никиту Алексееву. Он очень здорово второй сет начал. Да и первый, в принципе, провел, наверное, лучше всех в своей команде. Ну, главный забойщик, главное действующее лицо в команде гостей. Но сейчас не получается в последних эпизодах. С другого края сетки заход сейчас волейболистов новый. Но в итоге все-таки тому же Никите Алексееву приходится решать вопрос о выигрыше 10-го очка. Тем временем уже пропустили вперед хозяев гости. И сейчас они всего лишь их догнали. Так в одной расстановке очень много потеряли. Ну, Алексеев парень с характером, мы это видим и по этой атаке. Но его решения даже такие в жизни неординарные, тому свидетельство. Наверное, аналоги трудно придумать, чтобы игрок посреди карьеры ее прервал и пошел служить в спецподразделения какие-то. Уж не буду там говорить конкретно, потому что просто не знаю. Там о десанте я слышал, о спецназе. Но вот отслужил срочно и вернулся в большой волейбол. Уже, наверное, может быть, и с другим менталитетом таким определенным, да? Как знать. Многих армия меняет, и часто и в лучшую сторону. Были у него там, может быть, какие-то проблемы и с дисциплиной по молодости. Помните известный случай, когда с молодежного чемпионата мира он был отправлен домой. И там не какие-то нарушения такие злостные, в нашем понимании, там проблемы там с алкоголем и прочим. Нет, именно нарушение внутреннего режима и распорядка команды. И вот такие вещи тоже в его карьере были. Так что вот я думаю, что он ее перезапустил после всего этого на высоком уровне. Данные парни хорошие, мощные, атлетичные. Ну и мы видим, действительно, психологически еще устойчивые. Возвращают себе утраченный перевес волейболисты новый. Капитан команды Владимир Съемщиков сейчас на подаче работает. Атака через Павлова такая кинжальная. Штыковая. Получается на одном блоке очень быстро. Это, конечно, всегда был главный козырь в игре 34-летнего ныне волейболиста. Посмотрите, потрясающие сыграны сейчас продемонстрировали. Американец Шоджи и диагональный. Да, хороша передача, что уж тут говорить. Но все, конечно, из приема вырастает, из игры в защите. Но, тем не менее, вот эта связка уже нашла друг друга. Вот Шоджи с Павловым действительно так взаимодействуют. Видно, что удобно нападающему в большинстве случаев. Алексеев удачно отыгрывается, опять-таки, на тройном блоке. Частенько ему приходится атаковать с такой тяжелейшей, прямо говоря, для нападающего любого ситуации. Но вторая подряд результативная атака проходит на тройном блоке от рук Алексея Самойленко, также, кстати говоря, бывшего московского «Динамовца». Мяч в аут улетел, ну, а Павлов просто на загляденье, конечно. Успевает быстро все сделать, и поэтому так легко у него все получается в атаке. Смотрим повтор, прием, да, идеальный дивиш. Да, лишний раз полюбоваться, но видно, в каком он физическом состоянии сейчас хорошем. Насколько ему это естественно и легко дается каждая атака, да? То есть, и это же и принятие решений своевременное. То есть, это тоже говорит о том, в каком форме игрок находится, если вот так вот все правильно и быстро он делает. Не задумываясь, где-то даже, может быть, на автомате. Ну и пошла у нас дуэль супердиагональных, хотя, может быть, Никита Алексеев рано еще приставку добавлять его номинальные позиции. Но, тем не менее, вот последний розыгрыш очень здорово удаются диагональному, пока будем так говорить, ведущему игроку Новы. Добил мяч до пола, а смотрит сейчас судьи у нас видеозапись этого игрового момента. Александр Тимохин. Не заступил ли, да? Да. Я думаю, что, скорее всего, это... Наш экран, на экранах крупно был как раз Николай Павлов. Замечательный просто волейболист. Новый мяч отдается, действительно. Запрос оказался правильным. И счет на табло абсолютно справедливый. Именно 2 очка после атаки Алексеева есть в запасе у волейболистов Новы. Вновь на подаче Макаренко. Очень неплохо, кстати, он варьирует силовую и планер. И какие-то затруднения у Локомотива уж в первом касании точно есть. Сейчас вручает умелая игра в атаке Савина. И почему-то
а третий там приходил. Ну вот пошел на блок сейчас Болдырев, никаких шансов не имея успеть. Не очень понятно это решение его было. Он не дошел там, ну, метра полтора, наверное. Может быть, не ожидал, конечно, такой быстрой передачи. Но и идти-то ведь надо по передаче. Не бежать же просто так наугад, а вдруг там высоко паснут. Вот этот третий блокирующий получился, даже помешал в защите своим сыграть. Потому что такие мячи, конечно, уже не страхуются. Савин ударил в аут, выполняя силовую подачу. Сейчас четвертый номер, как раз белорусский легионер. Это Бусил, да, Сергей Бусил. В какой-то момент появился и он. Это как раз центральный блокирующий, Сявдоченко, который в первом сете там мелькнул в концовке. Такой незначимый уже он доигровщик, то есть Сергей Бусил. Центр, по-моему, даже в каком-то матче звезд участвовал в нашем чемпионате. Сейчас вот так, визуально так смотрю на его лицо, помню его там. Искать, когда это было, ну, в Белгороде, по-моему, если так память мне не изменяет. А в те времена-то у нас легионеры были в чемпионате высочайшего уровня в каждом клубе. И попасть в ту компанию, тогда эти матчи игрались как раз россияне против легионеров. Попасть в ту компанию было дорогого стоило. Сейчас, увы, такой календарь, что время до матча звезд найти практически нереально. Как-то пробовали проводить после финала Кубка России, а это уже конец декабря. Ну, как-то уже не так остро это воспринималось, потому что 6 дней волейбола за результат, а потом шоу-матч, это уже как-то, ну, не так все это смотрится. И от этой практики пока отказались. А найти окна, вот, чтобы собрать с разных мест, матч звезд, это практически представители всех клубов ведь приезжают. Тут и Еврокубки, тут и сборные кто-то разъезжается, если есть окна, я имею в виду иностранцев. Все очень сложно. Сейчас вообще как решать проблему со следующим чемпионатом мира клубным. Вот «Зенит» во вторник, там, в среду уже стартует. А следующий чемпионат в мае. А у нас в мае финал 6 чемпионата России. На эти же сроки был давно уже запланирован. Будет над чем голову поломать. И какие-то решения, наверное, даже непопулярные. Всяко непопулярные. Да? Чем меньше игр, тем всегда болельщикам обиднее, что ли, становится. Ну, придется что-то придумывать с этим. Нет, ну, регулярно просто с весны на осень и обратно переносит. Да, ФВБ здесь просто уже замучило всех. Причем они при этом не имеют контракта готового с кем-то, вот кто вот на несколько лет берет этот чемпионат по определенным условиям. И почему они меняют даты, для меня, честно говоря, тоже немножко загадка. Сейчас четвертый год подряд он будет проходить в Бразилии только потому, что никто не взялся за это дело. И так как бы, я так понимаю, что упросили, что ли, бразильцев снова вложиться в это дело. И то, что там два клуба бразильских играют из одного штата, ну, это говорит, что что-то там не складчено его уже проводят. Ну, можно так додумать эту ситуацию. Я такого твердого факта нигде не встречал, но тем не менее. Вот Алексеев, мы видим, очень уверенно может и в четвертой зоне разбираться. И вообще вот так пока тащит команду. Вот лидерство небольшое, оно сохраняется. И, казалось бы, вот еще одно усилие Локомотива, и все станет на свои места. Но вот примерно так же и Белогорье и проиграло Нови. Казалось, да, вот чуть-чуть еще, и куда они денутся, да? А они свое взяли. И динамовский счет ты называл, да, там тяжело, по партиям все плотно-плотно. То есть команда готова. Вообще, если так абстрагироваться, у Нового-то календарь не позавидуешь. Они первые четыре тура, включая сегодняшний матч, играют с участниками Еврокубков. То есть с командами, которые блестяще были готовы в прошлом году, но и в этом на высокие места рассчитывают. И при этом есть победа уже. Здесь почему-то решили не принимать подачу Дивиша. Коварную, конечно, под заднюю линию хорошо уложил. Но не сказать, что она просто убойной была. Ну да, по месту хорошо подал. Ну, конечно, очень здорово владеет этим элементом. Очень техничный игрок. Только Дивиш даже удивительно, почему он так в сборной России, да, себя тускло проявил. Не проявил, да. Не хватило ему, может быть, комфорта какого-то. Может быть, доверия полного, да. Вот еще было побольше. Я с трудом вообще представляю себя
на месте человека, который приезжает в чужую национальную сборную играть. Не в клуб иностранный, а именно в национальную сборную. Ну, Леона, нет, ну, Леона, понятно, у него там вынужденная, да, ситуация, там, от безысходности он сейчас меняет гражданство. Он бы с удовольствием играл за Кубу, как и Хонтарен, они говорили об этом не раз. Как и Симон, которого мы видим на чемпионате мира среди клубов. Но удивишь, это абсолютно осознанное решение. Он, естественно, хорошо себя чувствует. Он женился, по-моему, насколько я знаю, на россиянке. И, в общем-то, такое решение осознанное. Но все-таки он играл очень много лет за сборную Словакии. Да? Команда с другими возможностями, опять же. Туда он приезжал лидером. А здесь он приезжал биться за место в составе. Большинство, я думаю, ну... Тут очень равных всегда предпочитают тех, кого лучше знают игроков. Так, отличный эпизод. Бьется классно Локомотив в защите. Павлов сделал то, что сделают часто связующий. Сбегал и вернул мяч. Даже на атаку вернул. Не просто подбил кое-как. Но атака не столь грозная, естественно, с той точки была. Так что не удалось железнодорожникам и в этом розыгрыше выйти вперед. Но их надо догонять. Правда, теперь уже совсем чуть-чуть. Ну и раз мы заговорили о дебюте Лукаша Дивиша в составе сборной России, неудачным, прямо говоря, но вот казалось, что и серб Марко Юлович, да, вот известный нам все хорошо доигровщик, который минувший сезон провел в составе Белгородского клуба, тоже чисто клубный игрок, потому что он никак себя за сборную привлекался на протяжении последних нескольких лет, но никак не мог себя проявить должным образом. А вот в нынешнем сезоне, этим летом, он стал ведущим игроком, просто говоря, без преувеличения, сборной Сербии, которая дважды в сезоне переиграла бразильцев, мы знаем, в рамках мировой лиги, причем с одинаковым счетом 3-0. Ну, а здесь Николай Павлов, да, рвет одиночный блок вновь. И замена. Вячеслав Тарасов, это вот резервный диагональный. Какое-то время там были разговоры, что должен еще один американец был появиться, Мерфи Трой. Он как раз диагональный нападающий. И тогда пара вот Павлов Трой казалась понятной. Но вот в какой-то момент изменили решение. Уже не знаю, это по каким причинам. Может быть, и Трой не глянулся на Олимпийских играх. Вот там вклад не очень большой был в команду. И вот как раз Вячеслав Тарасов появился. Уже так, где-то, я так понимаю, ближе к концу межсезонья. Игрок в разных командах поигравший. В прошлом году где-то в высшей лиге он выступал. Ярославле, что ли, если говоря, сейчас и не вспомню. И сразу же принес своей команде очко вот в этой контратаке. Сначала подобрал мяч, затем забил его. Очень удачно сыграл. Ну и вышел резервист. Вперед Локомотив. Да, 19-17. Для своих болельщиков. Куркаев. Предыдущий планер получился гораздо более затруднительным. Сейчас гости справились легко. И вновь Никита Алексеев свой шанс реализует, но он действительно очень результативно играет на старте нашего первенства за свою команду, за Нову. Регулярно становится самым результативным в ее составе, ну а лидирует в общем и целом в списке бомбардиров. Напомню, по-прежнему Виктор полетает из Кузбасса, который наконец переместился из «Зенита» и проявляет себя с самой лучшей стороны в своей новой команде, получив игровую практику по полной программе. Так скажем, на его счету после четырех матчей, после трех матчей было 77 очков. За результативность на подаче в этом амплуа лучшим является после четырех уже проведенных поединков Макс Михайлов. 16 очков он принес своей команде Эйсену. Ну и на блоке Илья Власов исхватил и лидирует, также подарив своей команде за счет результативных действий на блоке 16 баллов. Вот даже по этой атаке было видно, насколько Павлов сейчас хорош. Чуть близко к сетке мяч летел, и ему не столько вверх оттолкаться пришлось, как вперед. Но четко видел руки, четко от рук отыгрался, там мяч летел в аут, если бы там не тронул Савин. Но было еще и касание сетки, после чего игра была остановлена. Константин Брянский берет тайм-аут. Вообще в Суперлигу Нову за прошлым году Александр Климкин выводил, насколько я помню. Ну вот он перебрался в Нижний Новгород. Не очень понятна была ситуация, насколько так помнится, с финансированием новокубинского клуба. Там какие-то реорганизации были небольшие. И потом вот уже свой брянский, по-моему, там большую часть карьеры был как игрок. Новый своими кадрами
команды Новаков. Ну, правда, Климкин тоже большой такой след оставил в истории этого клуба волжского именно как игрок. Ну и надо сказать про Евгения Митькова тогда уже, да, который помогает, мы видели сейчас его в работе главному тренеру Локомотива Пламену Константинову. Старший тренер, да, должность называется, ну, в любом случае, помощник главного, первый. На стульчике там сидит, рядом с тренером ведет статистику, а в прошлом великолепный доигровщик, затем либеро, очень долго, красивую карьеру он провел, как раз выступая сначала за «Север». Да, это воспитанник новосибирского волейбола, и уже когда завершил карьеру игрока, он здесь работает много-много лет в разных ипостасях. Ну, а что касается его и Константинова, то у них там они... одного поколения игроки и, в общем-то, всю свою карьеру на уровне национальной сборной соперничали. И тот, и другой очень долго играли. Но Локомотив вроде бы добился решающего перевеса вот в этой уже начавшейся концовке. Сейчас имел шанс, имели шанс железнодорожники после атаки Сергея Савина вновь плюс 3 повести. Однако немножко не успел тут разобраться с блоком соперников. Савин чуть-чуть опоздал, и этого чуть-чуть было достаточно для того, чтобы его удар по ходу был заблокирован. А может быть, и не поверил, что Бусин этот мяч успеет. Там действительно все так на тоненького было. И в последний момент белорусский легионер новый делает этот ход. Да, вот тайм-аут Локомотива. Едва ли не первый в этом матче. Вот, честно говоря, в этом, кстати, брал ли Константинов сейчас перерывы? Там были в начале вроде бы какие-то тому предпосылки, но, по-моему, до первого технического он спокойно терпел, а дальше такой необходимости уже острой не было. Не, ну как, вот 14-16 было к второму техническому, минус 2 уже ближе к концовке. Ну, я не помню, тоже брал или нет. Вполне возможно, ты прав. И сейчас очень важно для хозяев, конечно, провести результат. Он потрясающе просто Алексеев себя в защите проявляет. Ну, а этот мяч надо также сохранить, пытаться доиграть. Нет, Болдыреву было очень тяжело. Не попал по мячу. Так. Да, он задохнулся, как Алексеев сыграл в защите. Одной рукой справился с атакой самого Павлова в этой встрече. Николай хорош, как никогда, мы об этом говорили. И тут вроде бы... до пола должен был добивать диагональный. Вот смотрим на повторе. Нет. Он играл на выигрыш, да. Ну а здесь под мяч не вышел четко Болдырев. Видно это на повторе. Чуть у него, похоже, за спиной остался и не очень четко уловил момент прыжка. Поэтому уже опускался, вот такую ошибочку совершил. Третий номер. Это Максим Белогорцев. Центральный блокирующий молодой из Новосибирска выходит на подачу. Ну, ничего такого затейливого, честно говоря, с подачи ему исполнить не удалось. Разве что так старался глубоко под заднюю линию. Но либеро гостей Евгения Галатова это никак не смутило. Замена. Седьмой номер Иван Подребинкин. Тоже на подачу пойдет, я полагаю, вместо Бусева. А Бусин стал бы в стартовом составе выходить? Мы так не уловили с тобой? Нет, нет, я его озвучивал, не было в старте. А как его тогда не смогли заменить сейчас в конце сета? Если он сам выходил на замену. Значит, там что-то бы не углядел. А он, наверное, когда мы состав называли, он на скамейке был. Либеро играл. Ну ладно, так или иначе разобрались, а Иван Подребинкин не просто ведь... Да, гораздо важнее. Так вышел, да. И к гневу Пламена Константинову в такой звенящей тишине зала после этого эйса... Еще одна замена. Довгань этот центр. 15-й номер Артем Довгань. Меняет он Стрельчука. Ну, под эту подачу и блок хороший. Все логично. Пусть связующего не останется у новой. И тайм-аут под ту же самую подачу берет Пламен Константинов. Иван Подребинкин вообще вот на чемпионате мира среди молодежи в прошлом году, где чемпионами наши стали, он был диагональный. Здесь числится как доигровщик. Ну, может быть, потому что трудно нам там судить о каких-то кадровых моментах. Хотя вот кто второй диагональный может быть в Нове? Наверное, он и есть. Алексеев. А второго я так по списку игроков прохожусь, вроде и не вижу. Скорее всего, наверное, Подребинкин и здесь диагональный является. Так что то, что он на сайте своего клуба официально числится как доигровщик, будем так считать, что как универсала это его, наверное, характеризует. Не очень высок для диагонального, у него 199.
Может быть, и в приеме тоже так много работает. Не знаю. Еще внимание к площадке. Да. Кадрибинкин выполнил свою вторую подачу. После вот этого тайм-аута она такую уже зубодробительную у нее не получилось. Справились хозяева с приемом, заработали сетбол. Но сейчас счет, по сути, равный. Право на ответную атаку будут иметь уже гости. И, соответственно, имеют возможность счет сравнять. Что ситуация абсолютно равная в концовке второго сета. Обратные замены Лайко и Душевска. Ну, кто там подает? Важный момент. Подает-то Самойленко. Планер будет, значит. Значит, надежно. Это самое главное. Ну, без чем свистка. Дело? Без свистка подача, судя по всему. В этом шуме не услышал игрок. А надо следить и за арбитром. Там и жестом сопровождается это все. Для этого, собственно, и существует... Вот это движение, которое сейчас Алексей Зобов сделает, чтобы в шуме можно было понять, что можно уже подавать. Повторная попытка. И очень хорошая стирка, как мне показалось изначально. Но Лукаш Дивиш, вездесущий, разгадал намерение Болдырева. Как Самойленко там в защите-то, а? Еще и атака получится. Атака, где да. Дивиш рискует и потрясающе. Ставит победную точку в этом сете. Ну, вот Самойленко, Павлов, да, приложились. Ну, конечно, чудесное спасение от центрального блокирующего. Вообще большая редкость для Да, вот эта блестящая игра в защите, она без либера на площадке была в данной расстановке. Так что вот так красиво Локомотив ставит очень победную красиво. Точку в этой партии. В спортивно-концертном комплексе «Север», что в Новосибирске, продолжается матч четвертого тура нашей мужской волейбольной суперлиги между хозяевами из «Локомотива» и их гостями сегодняшними из Новокуйбышевской. Новый 2-0 после двух сыгранных сетов впереди хозяева площадки. Ну, второй сет выдался весьма противоречивым. Действительно, в отличие от первой партии, которую «Локомотив» выиграл с огромным перевесом в 9 очков. Здесь поначалу лидировали гости. 8-4 даже был счет на старте сета в их пользу. И ко второму техническому отрезку они также сохраняли перевес, пусть и не такой значительный, 16-14. Вроде бы уже попрощались с надеждами на парке, но боролись до конца. Проигрывали 21-23. Сумели счет сравнять. Какой красивый сетбол удалось, красивую атаку удалось на первом же своем сетболе провести железнодорожникам. Там Самойленко удачно очень среагировал в защите, подставив руки. Мяч прилетел в сторону щитов рекламных. Вы это видели, все прекрасно. Сейчас наверняка мы увидим этот повтор еще раз. Первый, единственного в втором сете сетбола хозяев. И Николай Павлов двумя руками так здорово мяч над сеткой подвесил, что Дивишу ничего уже не оставалось другого, кроме как рискнуть. Ударить на тройном заслоне. И он добился своего. Вот он, Лукаш Дивиш, один из героев. Безусловно. А вот это как раз последний розыгрыш. Кто там вообще мяча-то коснулся? Да, вдвоем побежали, спал. Отработали здорово, конечно. Ну, там разобрались, главное. Опять же, даже говорят на разных Главное, языках. Что не было двойного касания. Не было. Кто-то один подставил руки, естественно. А Дивиш принес своей команде решающее очко. 25-23. И 2-0. Ну что ж, Локомотив пока очень привлекает своей именно такой, знаете, командной по-настоящему игрой. В общем-то, наверное, в этом сезоне давно нет такого, то есть вот с давних пор нет такого явного лидера атак, который всегда у Локомотива бывал. Будь то там Павел Мороз, Камехов в каких-то сезонах. Ну а Павлов? Ну, Павлов давно очень в Локомотиве да, не играет. Да, и Павлов, тот Павлов тоже, конечно, был лидером. Да. Вопросов нет. И сегодняшний тот же Николай Павлов, он немало мячей получает, но ведь не сказать, что за счет Павлова выигрывает Локомотив. Именно вот хорошая командная игра и командная работа во всех элементах. Не, ну а края-то какие? И Савин прекрасный, и Дивиш, и чуть меньше первый темп атакуют, но все равно это все достаточно планово.
тот же Куркаев, когда есть возможность, заигрывается. Вот сейчас таковая имеется, и вот он под заднюю линию аккуратненько атакует. Чуть поменьше атакует Самойленко. Но это, опять же говорю, это абсолютно плановые вещи. Это вот та схема игры, которую Пламен Константинов выстраивает. А мы видели и быструю игру, в том числе и с диагональной. Мы видели, Пайп уже неоднократно игрался. И плюс очень много из защиты атакует Локомотив. Вот что важно. Да, это все на фоне новой, безусловно. И пока соперники у железнодорожников, в отличие даже от соперников новокубышцев, куда проще в этом году. В общем-то, мы назвали, с кем играл новокубышевский клуб. Надо сказать, кого обыгрывал, наверное, Локомотив. А все матчи были на выезде. В Ленобласти выиграл 3-0, 3-2 в Красноярске, 3-1 в Оренбурге. Вроде бы такого ничего удивительного, да, все вроде согласно табели о рангах, но другие-то команды очки теряют в таких поездках. И это касается почти всех фаворитов. И Белогорье, и столичное «Динамо» без потерь не обошлось. Мы говорим о призерах прошлого чемпионата. И тот же «Газпром Югра» проигрывал. Нижневартовский, то есть, в общем-то, прошлогодние успехи здесь не в счет. Так что победы собирать очень трудно в нашем чемпионате, особенно на выезде. Так вот, резюмирую. Ну, а здесь это еще труднее будет сделать новосибирцам. Ну, посмотрите, Илья Скуркаев. Разошелся, да? Разошелся, точнее, разыграл его Кавика Шотжи. Да. Молодец, идет. И на блоке, вот я, кстати, последний так протокол изучил внимательно, Локомотива 77. Одна цифра меня поразила. Ну, 21 очко на блоке 500-го матча, это много, да? Это здорово, но вопрос, что эти блок на 8 человек распределился. То есть не только даже основные. Насколько же здорово вот именно командная работа. Наверное, это к предыдущему спичу тоже имеет серьезное отношение. Организованная игра на блоке. Так что 8 человек набирают очки. Честно говоря, я так не припомню подобных цифр. 21 очко на блоке бывало и в нашем, уже в этом сезоне там, по-моему, «Факел» поставил с Белогорьем, что-то похожие там цифры были. Но вот чтобы 8 человек блокировало результативно, и это да. У нас сейчас Бусел. Основные и запасные. Да, и вот ты прав совершенно. Сергей Бусел, центральный блокирующий из Беларуси, играет по 4 номеру, вторую партию подряд начинает стартом состава. Похоже, он Козицына, да, Ивана заменил, начинавшего этот матч в стартовой обойме. Новые. Но остальные игроки все те же в составах обеих команд. Ну, вообще, вот Нова привлекает таким характером, таким стойким достаточно. Сколько мы видели матчей, когда один сет, два равных, а потом команда, которая ниже рангом, ломается, буквально понимая, что матч уже не вытянут. Здесь, ну, какие шансы Новы на то, чтобы этот поединок выиграть все-таки? Да, ну, не кажется, они уж сколько-нибудь значимыми, да, вот исходя из всех абсолютно исходных данных, которые мы имеем в данной минуте, в том числе и содержимое процесса. Но главное, что это об этом совершенно не думают подопечные Константина Брянского. Вот они как продолжали гнуть свою линию, так и гнут. И, пожалуйста, снова сравняли счет. Не позволили так на одной волне доиграть этот матч хозяевам. И тем снова придется свой максимум показывать. Вот то, что, если мы в первой партии говорили, да, что не было еще такой максимальной, что ли, показанной игры с дорожниками, то вот концовку второго сета им пришлось сыграть вот на том, наверное, самом максимуме, который... Не знаю, достигнут или нет, предела совершенства-то не существует. Да, ну какая очередная атака, красивейшая в исполнении Павла, да. Николая Павлова. Ну просто удивительный молодец. Чуть зауженный мяч, и он как кистью его туда вот в стык доработал, да? Ага. Зрячий абсолютно все видит, все понимает, что здесь. О, заступ при атаке с задней линии. Ну, может, такие нелепые ошибки доломают гостей. Обидно сейчас Алексееву. У него-то игра сейчас получается. Да, и вновь плюс 2 у хозяев. Было больше, мы помним, 4-1 на старт третьего сета. Николай Павлов вышел на подачу. Но сейчас не самый сложный. Он исполнил вброс мяча, и поэтому это даже позволило связке гостей, да, ну, Стрельчуку провести атаку. Не очень там хорошо, но знакомый игрок. Вот его возможности. Левой рукой атакует с первой передачи. Ну, правда, тут, наверное, он видел, что никто не реагирует совсем. Совсем обнаглели. Его не держит
И такая атака, она два, что ли, смысла имеет. Это вот набрать конкретное очко, выиграть и заставить соперника думать о тебе все время в дальнейшем. Да, любой сеточный мяч кто-то должен идти уже страховать подобные атаки. Больше так отпускать нельзя. Ну, а Новокубиш, пожалуйста. Съемщиков сейчас здорово себя проявился, сделал чисто. С точки зрения арбитров нам остается только согласиться с ними, хотя... Здесь игры на стороне соперника, о чем намекал арбитр Павлов, точно не было, а вот в защитке-то надо было сыграть. Ну, там такой ответственный мяч полетел после касания. Ну, не такой сильный, там три человека было, кто-то должен был хотя бы касание попробовать сделать, но они, судя по всему, не разобрались. На приеме полностью загружен Лукаш Дивиш. Сверху он эти мячи залетал. Принимает. Обидно. Так вроде Алексеев все правильно делал. Сейчас не все у Павлова получается в этом отрезке. Мы видим, что да, вот в очередной раз уже справились соперники. С его атакой с первого номера чудом каким-то удалось сохранить мяч в игре железнодорожником. Ну и последовала грубая ошибка гостей. Никита Алексеев гнет свою линию и выводит свою команду вперед. 12 номер новый к первому техническому тайм-ауту третьей партии. Так, вот любим мы о процентах в атаке поговорить. Я сейчас смотрю на атаки Алексеева. Ну, на таком-то блоке, да, насколько же ему тяжело. Ну, там, если у него будет процентов 48, там, 50, это будет здорово по такой игре. Это, там не надо каких-то уникальных цифр. Потому что, ну, действительно, на этом блоке, вот с тех мячей, которые он атакует, если мы видим, что Павлов-то играет быстро, у Алексеева все-таки немножко другие условия для атаки, как правило. Не, ну, человек себя ярко, очень ярко проявил в матчах против призеров предыдущего переезда, наших грандов, московского «Динамо» и белгородского «Белогорья», о чем мы говорили не раз по ходу нашей сегодняшней трансляции. Чем в таком случае лучше перечисленных коллективов «Локомотив»? И Никита Алексеев этот матч очень здорово. Может быть, и свою команду проводит. Нашел, да? Да. Побросал его по клубам. Кстати, интересно, вот я так полистал биографии игроков. Школу жизни прошел. Там какой-то такой прямой, что ли, зависимости нет. Но получается, большинство игроков прошли либо школу столичного «Динамо». Таким вот Алексеев относится, Болдырев, Стрельчук. Пускай там не все в главной команде много поиграли. Либо пермского «Приками». Причем его оба легионеры белорусские тоже через Пермь. Не напрямую, но сюда попали. А таковых тут много. Тут и Козицын, и Съемщиков. Да и еще кто-то наверняка. То есть достаточно много игроков. Ну, возможно, хорошими отношениями между командами. Не знаю. Ну, так или иначе, вот такая вещь замечается. Так, Червяков, я смотрю, появился у железнодорожников вместо Самойленко. Червяков, который прошлый матч отыграл весь от и до. Как раз не было Куркаева по каким-то причинам. Это, кстати, без Куркаева 21 блок. И 8 да. Блокирующих эффективных. При том, что Ильяс, наверное, лучший блокирующий должен быть, по крайней мере. Ни разу вот, пожалуйста, не вот как раз иллюстрирует он нам вот этим прекрасным блоком последнюю мысль. И вновь выводит вперед свою команду Ильяс. Да, ну тут классически все было сделано, причем на атаке Высота Алексея. Прекрасная у него, да, и руки заносит. 9-8 и... подачи Червяков. Тоже он в последний момент появился в Новосибирске. И даже там писали, что он на просмотре. То есть еще буквально, когда шли групповые этапы Кубка России. То есть еще не было окончательного решения. Но вот не только остался, но, видимо, и востребован. Как и Алексеев, он из Урала. Ну и хорошая новость. Также теперь востребован в нашем чемпионате Александр Волков. Нашел он, наконец, для себя новый клуб. Это «Газпром Югра», если верить этой появившейся информации. Вопрос снят, наконец, с повестки дня. И наверняка в сургутской команде будет вновь играть в центре сетки. А, честно говоря, когда впервые насчет центра сетки хотел бы уточнить, прозвучала информация, что он доигровщиком хочет стать. Я это, честно говоря, за розыгрыш счел. И, честно говоря, сейчас не очень понимаю, как Волков может стать доигровщиком, но смотреть на это будет интересно, если будет у нас большое количество времени на это смотреть. Нет, ну он сам это говорил в интервью, я читал. Нет, желание попробовать себя. Дело-то хорошее, да, кто спорит, да, но как-то вот модельно я не очень представляю Волкова доигровщиком, если честно.
Но не потому, главное, что он знает, как сделать себя доигровщиком. Да, 210 мы знаем, есть доигровщики с таким ростом в мировом волейболе. Нет, ну это ж есть-то да. Надо в приеме играть, и главное, тоже в защите. Фром. Ну, да, да, да. Есть такие моменты. Понятно, с блоком там все будет в полном порядке. Подача, это все естественные вещи. Остальное надо смотреть. Ну и плюс еще все-таки те проблемы со здоровьем, которые вот у него были, тоже так немножко заставляют аккуратно на эту тему разговаривать. Не важно, главное, что Александр Лигурский чемпион другая, вновь в деле. Да, главное, у него есть клуб, есть там, я так понял, полное доверие в этом клубе со стороны Рафаэля Хабибуллина. Он сказал, что Александр будет карт-бланш в этих экспериментах. Ну все, так до поры до времени все эти карт-бланши, когда идет сезон и очки считаются, да? Ну и надо все-таки внимательно присмотреться к тому, что происходит под сводами спортивно-концертного комплекса «Севера». Происходит то, что после реализованной доигровки Никиты Алексеева счет становится уже 12-9. И вот такой серьезнейший задел делают волейболисты из Новокуйбышевска в третьем сете, уступая по ходу матча «Локомотива» 0-2. Там уже, смотрю, приготовился первый на подмене доигровщик Станислав Еремин. Выйти на площадку пока что он появлялся лишь эпизодически, только лишь усиливая подачу. Какой форме Дивиш, да, блестящий? Да, но не его ли решил заменить сейчас Константина? Не, ну на подачу вполне может быть. Почему? Может быть, я Еремин на подачу пойдет, скорее всего, да. Просто он сидит, ждет нужной расстановки. Вот сейчас, нет? Нет, сейчас он же хорошо, кстати, сегодня подает. Его менять смысла точно нет. Надеюсь. Вовремя включают полные обороты хозяева. Да, невольно в твои мысли возвращаюсь. Почему же он эту форму не набрал, да? Так имеет столько времени на подготовку с национальной сборной. Ну вот. Действительно, говорят, вот так чувствует себя как дома. Здесь он действительно дома в Новосибирске. Сколько лет уже играет? Совсем по-другому и психологическое состояние. Да, ну а Шот же сегодня так едва ли не на лучшего подающего нападавал. Даже в этой компании. И все по одной схеме. Он подает, Дивиш добивает там. Напрямую ли, через доигровку ли. Но остановить никак не могут это. Ну, а Куйбышевцы, может быть, посредством тайм-аута вот сейчас. И счет сравняли тем временем. Хозяев 12-12. Ну, а брата, два брата Шоджи, Эрика Ковика, играют вместе не только за сборную США, но вот теперь за новосибирский клуб. Случай достаточно редкий, конечно, в мировой практике, но не уникальный. Можно вспомнить в этой связи братьев Маркуса Патрика Штойерлайдов, которые вместе за немецкий Фридрихсхафен выступали в свое время, выигрывали Лигу чемпионов за сборную ФРГ. Также, причем на тех же самых позициях они играли, либеро и связующего игрока. Ну, можно также назвать и сербских братьев Ковачевича, скажем, а они доигровщики и за один клуб никогда не выступали. Призеры, бронзовые братьев призеры. Братьев действующих много, так сейчас не проанализируешь там насчет клубов, вот, например, так на скидку. Играли ли бразильцы Мурило и Густаво в одном клубе? Я вот не возьму сказать, например. Наверное, самая известная пара братьев, выступавших одновременно по уровню игры, я имею в виду, самые великие братья. Хотя примеров масса, в том числе и в нашем волейболе. Другое дело, что действительно не часто удается вместе поиграть, наверное. Ну и тем временем Нова вновь вырывается вперед. Хорошую атаку провели волейболисты из Новокуйбышевска. У Павлова не проходит быстрая атака. И чехлят Лукаша Дивиша. Ну вот и Бусил, да, уже по-настоящему показывает свои возможности. Несколько важных мячей он уже сегодня выиграл, но и сейчас успевает и раз остановить Павлова. И со второй попытки в другой край сетки успеть к Дивишу, а ведь и Павлову, и Дивишу пасовалось быстро в край. А это длина сетки 9 метров, так на всякий случай. И мы видим, как легко это Бусил все преодолевает. Быстрее перемещался, чем мяч, да? Да. Но главное, читал. Чтобы успеть вовремя переместиться в современном волейболе, надо понимать, что происходит еще. И вновь плюс 3 у Новой после брейковой атаки Алексеева. 15-12.
Да, крепкая, очень крепкая команда из Новокуйбышевска. Тут мы понимаем, да, почему с ней так мучились фавориты. Может быть, это начало сезона, может быть, потом действительно все так в более привычное русло войдет. Но пока, здесь и сейчас, она большие проблемы доставляет Локомотиву. Несмотря на то, что вроде бы еще одно усилие, и матч будет завершен. Но пока надо догонять хозяев. Отличная атака, без блока, на чистой сетке сейчас выправил Сергей Савин, естественно, забил. Но всего лишь сократил отставание. Дивиш рискует, подает валу. 13-16 ко второму техническому в третьей партии. Это очень серьезно. И большие молодцы волейболисты Новы, что рук не опускают. В общем-то, в волейболе этого никогда делать нельзя, потому что в миллион случаев, когда со счетом 0-2 отыгрывалась команда, надо бороться до конца. Мы все это прекрасно понимаем. И сейчас Константин Брянский, видите, естественно, полностью удовлетворен игрой своих ребят. Спокойный разбор полетов. Очень лаконичный он сейчас произвел. Ну а вот Константинов, Завик, индивидуально работает с Дивишем. Дивиш, кстати, иногда бывает, что он, проиграв мяч в атаке, пытается тут зареваншироваться где-то на подаче. Вот такие срывы, как в последнем эпизоде. Очень большие. Нет, да случаются, да. И я думаю, что как раз Константинов сейчас на эту тему с ним говорил, потому что все здорово было. Он проходил переднюю линию, все забивал. Но одна ошибка, она всегда ведь может случиться. Это игра вообще... Правильно, это игра. Любая игра, это игра из ошибок состоит. Прежде всего, и набирает, если кто-то очко, значит, кто-то ошибается при этом. Вот в теории любой мяч можно поднять, остановить там и так далее. Но часто это теория, конечно. Ну, до сих пор волейболисты Локомотива все три своих поединка в чемпионате страны проводили в гостях. Еще раз вспомним об этом. И, по-моему, ни разу до сухой победы они не добивались. По 3-1 два раза, 3-2. Ну, сейчас идет к тому, вот после неудачной атаки Николая Павлова на тройном организованном заслоне, идет к тому, что проиграют похожие третий сет и Нови. Вот интересно смотреть, все-таки, да, не когда все только здорово у команды, когда проблемы начинаются. Но вот здесь становится заметно, что как только сложно, Локомотив все-таки немножко сваливается шот же, вот то есть хорошей командной игры на Павлова. И к этому готовы, между прочим, игроки новые. Да, если чуть зауженные передачи, как в последнем вот эпизоде, то и не Павлову-то уже выкручиваться там некуда, по большому счету. Мы видели, что он и в линию может эффективно выходить. Есть же Савин в четвертой зоне, и я бы не сказал, что он там как-то выпадает из игры, чтобы его забывать надолго. Но вот иногда это проявляется. Ну, тоже ведь все это со временем шлифуется и улучшается. Пока это дает результат. Ну, в любом случае, Сергей Бусев очень укрепил, конечно, линию блокирующих Новы, войдя в игру уже со второй, сначала второй партии. И посмотрите, как здорово работает Алексей Иоганович. Просто в большом порядке. Снизу там масса времени у тройного блока, и он его чисто обыгрывает, по сути, там. Ну да, вроде защитник рядом, но, во-первых, ему не точно в руки мяч летел, во-вторых, с такой силой, что уж подстроиться под него, если он не в тебя летит, практически шансов не оставалось. Ну и Еремин выходит вместо Савина. Тайм-ауты заканчиваются, а делать-то что-то надо. Сразу же, естественно, подача летит в зону ответственности Еремина, который сезон в Локомотиве проводит по-прежнему под лидерами, первый выходящий на замену доигровщик. Сейчас вошел в игру. Но если не при безнадежном счете 13-18, то близко к этому. Да. Ну и суть главная по характеру игры, которую сейчас демонстрирует команда. Явно инициатива в руках гостей находится. Так легко отыграться не получится у Локомотива, как в предыдущем сете. Казалось, вот стоит чуть добавить Локомотив. Вот это их немножко и убаюкало, потому что в этой партии такая у них погоня небольшая. В одной расстановке случилось, и уже думали, что действительно соперник не поднимет голову. Но еще раз подчеркну, в сегодняшнем матче вот видно, что Новое не остановится ни при каких обстоятельствах. Классно, как Бусев дотянулся, довисел до этого мяча. Павлов, у него выбора-то не было. Совсем уж заниженный мяч он получил. Да, Дивиш вновь принимал сверху эту короткую подачу соперника и буквально с колен пытался мяч выставить.
для связки, но не доведенный. Недоволен Константинов игрой Шоджи. Я, в принципе, соглашусь с ним. Вот этот отрезок явно американец провел неважно. И Иван Лукьяненко. Он в прошлом году ярко дебютировал. Да. Хорошей подачи, но невысокий, к сожалению, игрок. Сейчас, правда, он на задней линии. Алексеев молодец. Да, ну в этой партии он, конечно, неудержим. Вроде все время мощно атакует, никаких там обманных ударов, ничего. Но здорово делает и решение принимает, и вовремя главное. Вот такое ощущение, что не успевает руки переносить постоянно железнодорожники под его атаки. Ну и все уже идет к разгрому, такому же, как в первом сете учинили гостям хозяева. Напомню, тогда было 25-16, ну а сейчас минус 7. Вот до этой атаки было у железнодорожников. Еремин снялся, 15-21. Сейчас у нас на переднем плане три игрока, все вышедшие на замену. Червяков, Еремин, Лукьяненко. Варианты Пламен Константинов, ну и, наверное, дает все-таки немножко в себя прийти кое-кому из основных игроков, кто в этом нуждается. Не очень убедительный пайп получился у Дивижа. Мне даже казалось, что он наступил слегка на трехметровую отметку, но, судя по всему, обошлось без брака. И одно очко отыгрывают хозяева. Двойная на этот раз. Подребинкин, Зайцев идут в паре. Значит, действительно, Подребинкин вторым диагональным здесь. Попытка все-таки максимально усилить блок. Хотя, если ты остаешься без Алексея в этом состоянии, определенный риск есть в такой замене. То есть логика, абсолютно почему она делается, согласен, понять можно. Да, но нам настолько много от Алексеева зависит в этой игре новой сегодняшней. Такого игрока выбирать в самый ключевой момент сета, но вот помогает. Пока безболезненно, Николай. Да, все абсолютно. Немножко не рассчитал. 22-16, отрыв огромный, новый. Конечно, должны завершать этот сет в свою пользу. Гости. Пока что Бусев исполнил какую-то очень своеобразную подачу в прыжке, да, вот планер. Мы, в принципе, привыкли это видеть, но тут уж как-то совсем не точно мяч полетел. Грубая ошибка. 17-е очко без борьбы получает Локомотив. Посмотрим на подачу Еремина. Да, его часто выпускают именно, чтобы вручал свои подачи. Но сейчас, опять же, сетка не в пользу хозяев работает. А Лукьяненко. Сложно ему на блоке там бороться с Болдыревым. Болдырев, кстати, это учел свои атаки. Именно через связующего атаковал. Хотя тот был один, можно было бы, наверное, как-то и попроще вход забивать. Ну и это сработало. Обратная двойная замена. Ничего нового не потеряла, потому что не смогли подачу серьезную наладить хозяева. Без этого давления никакого. В свою очередь Подребинкин загоняет буквально тройной блок Дивиша. Но было в этом блоке касание, с чем, впрочем, гости, ну, кто-то не согласен. Алексеев согласен. Раз уж заметили, почему лишней страсти не надо на своей площадке, что были, он поднимает руку вверх. Да, был. Червяков. Подавал, и Алексеев впервые за долгое время, наверное, не забил, доигровка. Забил, но и не проиграл. Вот сейчас поудобнее ему будет. И хорошо по краю верхнему блока атакует. Совсем уже разновысокий блок здесь получается у железнодорожников. Там Куркаев и Лукьяненко разных возможностей игроки, это понятно. Ну, через центрального поверху четко. Всегда можно и в край блока попасть, там плотности не будет, коль второй блокирующий ниже. Ну, очень уверен сейчас в себе, в своих силах Никита. Ответная атака Павлова, который провел, да, достаточно бледно вместе со всей своей командой
третий сет. Ну, немножко его задергал связующий, при этом качество так и не дав хорошего. Так как здорово в первой партии смотрелось, да, и по длине, и по высоте передачи. Немножко поуже стал пасовать. Шоджи, и не случайно замену мы в этом итоге увидели. Я думаю, на четвертую партию его, конечно, вернут, но уже после того, как получит определенную информацию со стороны, что ли, и соответствующие указания. 2-1 завершился третий сет, так как, наверное, должен был завершиться. Атака Алексеева, это справедливо. Ну и серьезным таким преимуществом в концовке Новой. Это тоже абсолютно объективно, потому что мы в этой партии видели. Вот так изменилась ситуация в этом матче. Герой партии, безусловно, Никита Алексеев. Вся остальная команда ему помогала очень здорово ковать вот эту победу отдельно взятую. Бусил на блоке классно сети, да, отыграл. Да. Причем обе партии в предыдущем сете, мы помним, было уже непросто железнодорожникам совсем взять вот это вот решающее очко. 25-23 всего лишь. Очень красивый был эпизод. Но в очень серьезной борьбе в самой концовке лишь во многом за счет удачи, да, чаша весов склонилась в пользу хозяев. Но сейчас 19-25, получите, распишитесь. 2-1 пока. Локомотив впереди, но характер игры вполне возможно поменялся только что на наших глазах. Это мы увидим уже в следующем сете. А пока что давайте посмотрим фрагменты только что завершившейся партии. Ну и отметим связующего Новокубышцев. Может быть, не такая, знаете, тактически изощренная игра у этой команды, но очень все правильно, по уму и, главное, качественно. Вот это еще и переходящий мяч он забил, хотя он и не левша вроде, да, но показал, что с левой руки угроза от него будет, если его совсем уж без присмотра оставлять. Ну и плюс, наверное, на блоке в этой партии Локомотив своего преимущества не обозначил. Мы говорили о том, что хорошие цифры у этой команды, но вот в этом сете ничего не смогли поделать с Алексеевым, который, ну, да. Итак, очков 7-8-то точно набрал он в этой партии, несмотря на то, что даже на какой-то момент покидал площадку. Так, резво Локомотив начал, мы помним, да, 4-1 повел после двух очень хороших атак в центре Илья Скурка. Наконец он стал заметен в игре. Но затем мы практически его не видели. И вот так вот все и завершилось. В итоге сейчас мы увидим концовку. Так раз за разом Никита Алексеев приносил очки своей команде. И на блоке. Ну да, и раз за разом, получается, не добивал Павлов. Там прям, да, так в подборке оно и идет. Ну, действительно, много атаковал и тот, и другой в этой партии. Много атаковал и Дивиш. А вот Сергей Савин как-то вот из ритма выпал, и пришлось ему даже убрать Константинову. Хотя, мне кажется, можно больше от этого нападающего получить по ходу игры. Абсолютно. Тут немножко, мы говорили об этом, Шоджи упростил игру. Ну вот, кстати, остался он на скамейке запасных и на этот сет. Не угадали мы тут. Савин вернется, это логично. А Иван Лукьяненко будет, как и в прошлом сезоне, руководить игрой своей команде. Ну, серьезная часть сезона, по крайней мере. Там были сразу два связующих травмированных железнодорожников. Этот молодой парень получил свой шанс. Кстати, есть еще там моложе связующий в этой системе Константин Абаев, 99-го года рождения. Совсем молодой парень, так он основной связующий нашей сборной 97-го уже является последние годы. То есть вот в следующем году чемпионаты мира в разных категориях. И не исключено, что ни один чемпионат мира придется юному связующему играть. Ну и уже дебютировал он за Локомотив тоже. Стартовал четвертый сет у нас в Новосибирске. СКК «Север» проходит игра четвертого тура мужской суперлиги, волейбольной, между хозяевами из «Локомотива» и гостями Новокуйбышевской «Новой». 2-1 по партиям. И борьба у нас обострилась в последнем сете. Сейчас, мне кажется, ситуация абсолютно непредсказуемая, да, на корте. И что там будет дальше, сказать абсолютно невозможно. Ну, если было какое-то благодушие у железнодорожников, то, я думаю, оно уже развеяно абсолютно. И сейчас с полной серьезностью. Вот вновь мы видим начало сета, время Куркаева. Лукьяненко тоже его активно задействует. Но это нормально. В начале партии чуть побольше поиграть с центрами. Сейчас, правда, такой момент, согласитесь, неочевидный. С трех метров передача. Но очень уверенно железнодорожники ее реализовывают.
стало быть, готово, и это наигрывается. И вот со сбитого приема, с такого, когда есть шанс все-таки первый темп выдернуть. А в таком случае наверняка он там, ну, на одном блоке не более того окажется. Это надо делать. Короче, на Кивиш полетела и вновь удается ему выбить соперников из приема за счет своего индивидуального высочайшего мастерства. Лишь вот в последнем пункте броске удалось принимающему новый этот мяч подбить в воздух, но атака не прошла, и последовал выпад уже Сергея Савина. Это не первый раз он по высоте выигрывает у блока. Вроде бы, казалось бы, организованного, да, как сейчас. Как-то то ли темп его атаки не улавливают, начинают опускаться немножко игроки. Ну, хорошо зависает в воздухе. И прыжок-то высокий у Савина. Это все надо учитывать. Но это первый темп от Съемщикова. Еще разок решил повторить укороченную Дивиш. Это крайне непросто. И мы видели, что мяч чиркнул по тросу, но все-таки перелетел на сторону новой. Там Макаренко уже без труда этот мяч принял. 2-3. Съемщиков будет подавать. Вот уверенный прием сверху получился у Савина. Передача была совсем не такой. Да, передача на один блок вроде бы, но никаких шансов у нее не было атаковать, настолько не в темп. Или он пошел, ну, скорее всего, другой передачи ожидался тогда, вот, что побыстрее она будет. Тут Лукьяненко несколько завесил этот мяч. Вот как раз переговоры по этому поводу в перерыве между розыгрышами. А здесь все удобно. И мы видим, что Савин-то, ну, надо его задействовать. Действительно, немножко так... Хороший игрок, сам раз ведь исчел. Шот же подзабыл о нем на какой-то момент. И немножко так стройность это дала крен. Едва ли не идеальный сет провел вот совсем недавно диагональный Новый. Речь, как понимаю, о Никите Алексееве. Интересно было посмотреть, как вот продолжит он свою эту линию гнуть уже в следующей четвертой партии. Мы видим, пока не все получается у диагонального. На одном блоке вроде бы не так удобно, видим, было бить. Савин уже выставил руки на отсетке как раз в том месте, где находился мяч. Поэтому только лишь отыграться. Как раз Савин, да, самый заметный на площадке. Да. И там преуспел, и здесь. И отатаковал уже несколько розыгрышей очень здорово. Это лишний раз говорит о том, что вот возможности у команды большие, если правильно выстроить игру, и будет получаться что-то. Но любому сопернику она в состоянии доставить большие неприятности. Куркаев на подаче, работает 5-2. Ну и вот съем от Алексеева, тем не менее. По-моему, Савина проскочил мяч. Тем не менее, предстоит догонять. Ну, аналогичная задача стояла и в дебюте предыдущего сета. Перед гостями там 1-4. Они те же самые 3 очка уступали поначалу, но без труда очень быстро достали. Устремились в отрыв. Алексеев забивает. Уже все портов. Получается, еще и везет, да? Да. Но он заслуживает этого везения. Он рисковал, он атаковал. Да, сетка прогнулась и дезориентировала, получается, либера. Кавика Шотзе реагировал именно на траекторию. Наверное, если бы мяч все-таки не задел, поднял бы его, но это если бы. И вновь счет равный. Вот только стоило тебе так напомнить, что нельзя бдительность терять железнодорожником. Тут же и опять работа и диагональ. Причем любые сложные, все время на групповом блоке, но Алексеев... Даром, что доигровщиком начинал свою карьеру, в диагонали себя просто как рыба в воде чувствует. Вот эти удары по рукам, это вот как раз то, что диагональный более присущий. Доигровщик чаще все-таки обыгрывает блок. Диагональных часто возможностей просто такой нет. Ну, я сказал, что мы продолжаем знакомиться с командами нашей мужской суперлиги, с их обновленными составами, в том числе игру 7 коллективов мы уже отсмотрели к 4-му туру. Сегодня еще 2 новых команды мы представляем вашему вниманию. Ну и, конечно, Никита Алексеев запомнится нам очень хорошо, я думаю, надолго. Тем, кто его не видел никогда прежде, я вхожу в это число. Конечно, стоит взять на заметку, обратить внимание на этого игрока, мощнейшего, самого ударного волейбольного амплуа. Настоящий добытчик очков. И как бусил там. Раз среагировали на его атаку, как будто ниоткуда он выпрыгнул.
там перемещаться ему не пришлось. Другое дело, что очень низкий мяч, как вот он успел так, причем и вложиться. Но во втором случае уже у него возможности было больше. На одном блоке вот здесь, так как сориентировался-то, часто вот ошибаются игроки в таких ситуациях. Когда нету времени, есть большое желание. Но здесь все полностью под контролем было центра новокубышцев, и выводит он свою команду вперед. И уже плюс два у гостей к первому техническому интервалу в четвертой партии 8-6. Да, вот рассуждение о том, что небольшие шансы у новокубышцев были в начале третьей партии, они совершенно по-другому сейчас воспринимаются. В волейболе возможно все, но настолько хорош был Локомотив, да, вот прежде всего. Ну а как бы ты объяснил вот эту метаморфозу, что произошло по ходу поединка? Все-таки, ну, именно Локомотив вот то, сдав? Что не сдались новокубышцы, а железнодорожники в какой-то момент показалось им, что все так легко и будет получаться. Даже из трудной ситуации они выбрались во втором сете уверенно. Плюс вот немножко, говорю, так свой рисунок игры сами же сломали. Павлов, насколько бы у него там позади не были проблемы, но готов ли он большую нагрузку нести в атаке, вот это нам еще надо тоже понять, да, пока мы так. Но предыдущий матч, если посмотреть, вернуться к этим цифрам, игра на выезде Новосибирск против Енисей, Кисетова, и там, в общем, от начала до конца этот поединок Николай провел в составе своей команды, все 5 сетов отыграл, 25 очков принес коллективу, то есть это говорит о том, ну, при этом вот даже я смотрю тоже на этот матч, 36 раз он атаковал, а Савин 32, то есть там загрузка была между основными вот этими ударными силами, что ли, более-менее реальная, и вот в какой-то момент в этом матче, мне кажется, крен такой случился в сторону Павлова, и тут уже надо ему немножко в себя приходить, потому что комфортные так не всегда атаки, какие они были в начале матча. Соперник тоже сделает выводы по ходу игры. Там же не просто так люди сидят на скамейке, полотенце друг другу передают. Там тоже идет анализ, идет подсказка, идет все, что необходимо. И все. И с какого-то момента Нова просто лучше играет на блоке, помимо всего. Вот, наверное, с выходом Бусила, кстати, можно, да, какую-то такую засечку мысленную в этом матче. Определенно, определенно. Да, то есть он появился вроде и в начале второй партии. Сета, да, да, но вот вошел в игру где-то к середине второго сета, и с того момента вот преимущество на блоке, мне кажется, есть уже у гостей. За счет одного игрока его тоже не достигнешь, но то, что это вклад такой серьезный в это дело, это абсолютно точно. Мы постоянно обращаем на него внимание, наряду с Никитой Алексеевым. Я думаю, что и доигровщики заметную роль играют, безусловно, в этом преображении своего клуба. В первую очередь касается, я думаю, Александра Болдырева. Сложный момент и очень важный. 8-8. Тут какое решение арбитр не прими, будет просмотр. Потому что Растер, она с этим не согласится. Вот бывают такие моменты. Ну, потому что да. Такое попадание. А Алексей Зобов наверняка-то точно не мог видеть. Там, видимо, опять в решении арбитра на линии немножко засомневался. Но просмотр, стало быть. Эту технику существует в современном волейболе. Крупным планом молодой связующий наш экран Иван Лукьяненко. Ну, там поэтому, уверенное попадание. Поэтому, да, площадка. Видим, под линию плану попал. Надежно достаточно. Тут и спорить-то не о чем было, на мой взгляд. И в результате за счет эйса опять Сергея Савина Локомотив возвращает себе преимущество, утраченное было техническим тайм-аутом. Это очень близко к попаданию. Такая подача, может быть, не очень прицельная, очень сильная. Во всю силу, по-моему. Ну вот еще один момент, который надо отметить в этом, Савин, так сказать, преображении. Да? То ли Локомотив стал хуже подавать, а это да, очевидно. Да, да, это очевидно. Это очевидно. То ли соперник приноровился. Вот, да, да, да. Эйсы у нас так на первый сет пришлись в основном. Абсолютно. Справедливо подмечено. Ну и вот чудо-атака очередная от Лукаша Дивиша. Может быть, не самый результативный игрок, но очень техничный. Как он чувствует полезный мяч. И главное, что универсальный очень. Да. Еще со времен Фридрихсхафена мы его запомнили, когда ему был 21 год и выиграл этот немецкий клуб во главе вот с этим словацким доигровщиком в Москве Лигу чемпионов. Совершенно неожиданно для нас, и московского «Динамо», и Мачерат в той же самой итальянской. Но вот Лукаш был одной из самых заметных фигур.
красивый сейчас эпизод. Первый темп из защиты. Это вообще не так часто получается, если теток не перебрасывает мяч без затруднений. Здесь именно что защита. От атаки отбивался Сергей Савин. Опять его выделяем, да? И сделал такую доводку, что Лукьяненко там даже наглости набрался первый темп с Куркаевым сыграть. И мы видели реакцию самих игроков. Когда такие вещи получаются, это дорогого стоит. Собрал на совещание в срочном порядке свою команду Константин Брянский. Слегка Нава отстала, и очень важно не упустить этот момент, не дать разбежаться, да, сопернику и погнать уже в полный опор туда, к финишу. Все-таки Локомотив на одну партию в этом матче выиграл пока что больше. Очень неоднозначно проходит вторая половина этой встречи. И все под большим вопросом остается. Ну, сейчас вот отрезок удачный провели хозяева. Посмотрим, что будет дальше. Илья Споткаев на наших экранах готовится к блокированию атаки гостей. Червяков подавал. По-моему, Соболенко там вернулся на площадку. Или Червяков это? А нет, сейчас Червяков, да, Червяков. Червяков остался в составе. Даже они... И фигуры похожи немножко, и подачи примерно одинаковые подают. И в чьи руки сейчас пришел в удар Алексеева. Одиночный блок Лукаша Дивеша. В общем, Дивеш просчитал, что рискнет в линию уходить в данном случае Алексеев, что не всегда далеко делается. И угадал, иногда надо и рискнуть, в том числе и блокирующим. Иногда кажется, что только нападающий рискует в том или ином эпизоде. Блокирующий, выбирая решение, тоже в определенном степени. Ну, часто на тренировках это отрабатывается. Особенно, если он один на сетке, да, да, на сетке работает. И схемы защиты при том или ином решении. 10-12. Подача от Валентина Стрельчука. С опозданием вышел, да, показался на этот мяч Дивиш. И уже опускаясь, да, наносил удар. Но удар получился абсолютно неотразимым. Мяч до пола долетел. То есть, видимо, и блок удалось перехитрить тем самым. И раньше, видите, выпрыгнул в центре сетки съемщиков, реагируя на передачу. Но случилось все-таки левша. Я вот что-то так как-то не обращал на это внимания. И атака мне показалась не очень убедительной с левой руки. Подумал, не его рука, нет. Вот смотри, подает тоже с левой. А другое дело, не такая сложная подача. Помешали друг другу в защите принять, обработать элементарный мяч хозяева. Но за счет удачных действий на блоке Ильяса Куркаева. Вся команда его поздравляет с этим результативным заслоном. Очков все-таки удалось взять. 14-е по счету. 14-10. Дивиш сразу же объясняет молодому партнеру что-то, что было не так. Федор Воронков. Еще один новобранец Новокубышевцев. По-моему, он из Барнаула родом. Больше брат его, Филипп Воронков, да, известен в нашем чемпионате. Да. В Енисее сейчас играет. Наконец-то. Хороший диагональный. Ну, так, второй диагональный, что ли, такой классический. Не, ну сейчас основным он играет. Основной, второй сезон. Да-да-да. Не всегда у него получается. Стабильности не хватает. Его меняет тренер по ходу матча. С очень запоминающейся подачи, по крайней мере, игрок. Об этом не раз говорилось. Ну, в Фате ли он большинство... Большую часть своей карьеры провел. Как раз на роли основного запасного. В смысле, запасного игрока под основным. Ну что, вот так немножко перераспределил потоки нападения, что ли, своего Иван Лукьяненко. Понимая, что не все получается у Павлова, немножко его так разгрузил в атаке. И мы видим, что действительно партнеры-то эффективно могут помогать, только прощать-то ничего и не надо. Есть возможность играть быстро. Мы видели, на быстрых мячах Павлов особенно эффективен. И вот на блоке хорош, когда игра то у команды пошла. Ну вот, в Новосибирске возвращаются элементы, которые так немножко просили в предыдущем сете. Очень удачную замену. Все внимательно посмотрел, учел, сделал выводы. И очень удачную замену, как правильно сказал Пламен Константинов, очень своевременно произвел, доверив место молодому, да, служащему. Конечно, Кавика Шоджи более авторитетный игрок, член национальной сборной США, выигравший на недавней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро бронзовые награды. Но все-таки он там запасной, не будем про это забывать. Вообще, как мы говорили в начале, для братьев Шоджи это первая зарубежная гастроль, первый выезд, сезон, который... Нет, они за границей играют всю карьеру. Это среди всех американцев.
Первая гастроль российская. Да, в нашей стране, я это не зарубежные там у них. У американцев, увы, такая судьба. Играть всю карьеру за рубежом. Своего чемпионата нет. Так что тут по умолчанию. Ну, как правило, это и люди уже такие. Беззаветно влюбленные в волейбол. Для них другого выхода просто нет. Все-таки волейбол в Америке не самый массовый, что ли, вид спорта для высоких людей. Есть там чем заняться. Итак, 16-11. Счеты партии. Пройдена отметка второго технического тайм-аута в этом сете. И «Локомотив», похоже, на всех парах уже устремился к своей окончательной победе. 17 очко. Вновь за счет результативного блокирования набирают. После неудачного приема гостей в исполнении Сергея Савина. Мяч врезается в пол на стороне новой. И 17-11. Все это происходит на подаче Лукаша Дивиша. По-прежнему сегодня он, наверное, сильнейший все-таки подающий, даже учитывая великолепную форму того же Никиты Алексеева в составе гостей. Для Брянска, конечно, неприятная ситуация. Там технический перерыв, он много времени уделил вниманию тому, что надо. Вот и тут же укороченный мяч падает, по сути, на стороне команды. Там переходящий мяч, это ясно, что не проблема для любого волейболиста. А надо догонять, надо своя подача сейчас хорошая. Тут опять я немножко перемудрил. За спину отдавал, наверное, Павлову, или все-таки, я так смотрю, он на Куркаева смотрит. Наверное, думал, что тот взлет за головой пройдет. Но надо договариваться, наверное, о таких вещах. На этом смотрим концовку, очередной хороший удар Никиты Алексеева. По-прежнему уверен в себе. Физически-то готов. Да. Он великолепно, это видно. Да, там силы не закончатся у человека, это ясно. Но у него там, я смотрел по протоколу, там 50 атак. В некоторых матчах, вот в предыдущей поединке, в четырех сетах 43. То есть такие цифры-то, в общем-то, для многих запредельные. Он выдерживает, справляется и играет очень результативно, как мы еще раз говорили прежде, еще раз повторим. Думаю, что и сегодня-то у него там такие схожие будут цифры по загрузке. Потому что, ну, с десяток раз каждую партию он очевидно такой. Но сейчас первый ТМ проходит. Ну, Бусел так заставляет, да, себе больше внимания связующему уделять. То есть показывает, что я забью все, что-нибудь отдайте мне, в конце концов, из этого. Но есть доводка, он получает мячи. Мы видим, все время блок-то обыгрывает. Не сказать, что с ним не реагирует. Поднимается достаточно регулярно, но вот все время переводы такие небольшие, кистевые удары, и все время от блока он уходит. Ну, во всяком случае, сегодня очень здорово он себя проявил, по сути, впервые появившись, да, в составе новокуйбышевского клуба. И не сомневаюсь, что и в следующем матче он уже начнет в следующем туре игру в составе стартом своей команды. Да, заслужил-то он это очевидно. Там какие будут соображения у тренера, мы не знаем. Но последнюю атаку Савина, опять же, вот сейчас Алексеев забил. Хочется вернуться, он там поверх блока забивал. У Стрельчука тоже уже высоты блока не хватает в концовке матча. И, кстати, эффективность Савина, вот сейчас замена как раз двойная. Именно потому, что надо на блоке сейчас какое-то усиление Нови. Поэтому Стрельчук уходит, и так бумерангом и Алексеева приходится убирать. То, чего, наверное, не хотелось бы все-таки делать Константину Брянскому в другой ситуации. Ну а наш матч первый в сегодняшнем расписании четвертого тура мужской волейбольной суперлиги. Еще масса поединков, четыре, точнее говоря, состоятся сегодня же. Может быть, какие-то уже начались. Ну, разве что начались. Первый-то все равно здесь. Так что раньше нас вряд ли кто-то закончит. Ну, сейчас в данный момент Кузбасс «Факел» играет, Югра «Самотлор», «Динамо» «Краснодар». Матч тут начался. Чуть позже «Газпром» «Югра» «Енисей», «Нефтяник» «Урал». Вот такие поединки. Все так в далеких часовых поясах от Москвы. Но там у нас очень много хорошего волейбола всегда. Интересная игра в Югре намечается, согласно этому списку, между «Газпромом» местным и Кузбасс «Факел» сейчас играет. Очень интересный матч.
обе команды амбициозные. Там сейчас 1-1 и полное равенство в третьем сете. Там затяжной матч, судя по всему, будет. Да, очень много борьбы было в предыдущем чемпионате. Да? Мы помним, что согласно формату там все закончилось после двухкругового регулярного первенства. Не было плей-офф, масса тайбрейковых встреч было проведено. Мне кажется, даже рекорд чемпионата страны был установлен по этому показателю. Но этот чемпионат также начался в очень большой борьбе. Несмотря на то, что регламент прописан уже другой нашего турнира. Еще раз напомним, по итогам регулярного первенства определится первая десятка. Два первых коллектива напрямую пройдут финал шести, а восемь остальных клубов поборются уже в стыковых матчах плей-офф на стадии, будем говорить, четвертьфинала, четвертьфинальных серий. Передача неудачная. Но тут не связующих пасовал Александр Болдырев. Второе касание выполнял. И, по сути, в антенну аккурат мяч отправил. Ничего там поделать под Рябинкин не мог. Ну да, там не напрямую в антенну, но, по крайней мере, в такую зону, где ее миновать уже нереально было. Ну, похоже, дело идет все-таки к концу в спортивно-концертном комплексе «Север», что в Новосибирске. Сейчас Константин Брянский вынужден взять, вполне возможно, свой последний тайм-аут. Его команда уступает в четвертой партии 16-22. Счет, если не безнадежно, то близкий к этому. Ну и по сетам также 1-2, если считать от гостей. Железнодорожники близки к главному выполнению задачи. Победу одержат, 3 очка возьмут. А уж там остальные детали. Вряд ли у них там стоит задача по ходу регулярного сезона опередить «Зенит». Это было бы слишком так оптимистично звучало бы. Но они уже забрались максимально высоко. И пока все теряют очки абсолютно, они их аккуратненько свои-то собирают. Там, когда уже стыковые матчи пойдут, это другая история. Среди грандов нашего волейбола, что ли. Вопрос, где эти гранды к тому моменту будут, на каких стартовых позициях. Ну, вот тоже Белогорье, неудачно стартовав там в первых двух матчах, потом с «Зенитом» сыграл, а на выходе сейчас будет нижний третий турнирной таблице какое-то время находиться, вот во время этого перерыва в чемпионате. Двойная замена ничего, по большому счету, не принесла новокубышевцам. И вот обратно возвращается Алексеев и Старичук. И возвращается Иван Лукьяненко тоже. Шот же его там подменял, но совсем уж точечно для блока. Не такого участи, наверное, американец думал, да? Ну, понятно, что он основным связующим «Локомотива» был и остается, но другое дело, что вот его... Сегодня соперник показал, что может быть и по-другому. Да и Иван Лукьяненко тоже. Он не только там в квадрате готов ставить разминки и хлопать в ладоши. По крайней мере, эту победу «Локомотив» должен держать с ним на площадке. Ну и сейчас... Он, кстати, еще под Рябинкин остался на подаче. Давай его подачи тоже помнить. Пока двойная обратная не случилась до конца. Вот только после этого, как он отподает, она и завершится. Очень хороший выстрел получился. Сейчас нет связующего у Новы, поэтому все простенько. Но есть Алексеев, который любой простенький мяч способен вот до пола добить сегодня на групповом блоке. 22-18. Простенький, это ты в кавычках, естественно, сказал. Ну, да, не будет скоростной никакой передачи, я имел в виду. Да. Что все будет без изысков. Вот так вот, может быть. 18-22. По-пролетарски, по-простому, но уверенно. До пола причем добивает диагональные гостей. И очередь Пламена Константинова. Тайм-аут. Отрыв-то вроде бы серьезный, четырехочковый. Но как-то... Опять там был сейчас хороший прием, немножко заигрался. Лукьяненко что-то там изобразили. Из скоростной атаки получилось, что еле сетку перебили, по большому счету. Я думаю, что Константинов сейчас немножко так его на место. Ну и действительно, очень ярко этот матч начинал Николай Павлов. Да, вот мы вспоминали о предыдущих сезонах, других клубах. Великолепнейший игрок вернулся в нашу перегу. Так что вторая половина ему удалась похуже. Да? Павлов-то опытный парень. Но бывает так, что и связующие игрока немножко такой ступор загоняют. Раз, два, три. А хочется ведь забивать, хочется забивать удобно. А ты все время что-то придумываешь. А когда тебе еще соперник начинает читать, тут не мудрено. И да, и мы видим, что в этом-то сете вот через четвертую зону все сложные мячи играет «Локомотив». Но ведь играет.
И Савин, наверное, лучший игрок этой партии. Основная нагрузка выпала на доигровщиков. Да, и Дивиш сейчас показывает, что он свое-то забьет в порядке. Ну и такие передачи, они растягивают ведь блок. Мяч летит долго, но и блокирующим это бежать в край сколько. Через всю длину площадки. Он же немножко смещается по приему туда, вот ближе к связующему. И... Все, попал? Попал Болдырев. Сложный мяч. Там как-то недооценили, по-моему. Немножко даже руки, по-моему, припрятал игрок «Локомотива». Ну, приятно, что Александр Болдырев нашел на себя хорошую команду, где он сможет, наконец, раскрыться. Все-таки лет ему немало, 26. Да, вот сейчас по повторе видно, что не прятал руки Дивиш, а именно по высоте Болдырев мяч хорошо схватил. Подача Болдырева и матч-болы после атаки Куркаева. Куркаева, кстати, в атаке-то тоже очень приличный процент сегодня будет. Где можно его задействовать, и он, помним, удар ваут там ненужный совершенно, да, в начале сета одного. Ну, собственно, больше ничего плохого-то не запомнилось за ним. Остальное он все забил. Ну, по крайней мере, не проиграл, то уж точно. И вновь, еще один великолепный. Да. Такой замах был, да? Да, так мы уже видели, что с этой сегодня завершается. Но вот не делают выводы, но ракуются. Хотя они, конечно, мысленно уже понимали, что эту партию не вытащить. Он так высоко подбрасывает и так всем видом показывает, что будет атаковать. И мягко обрабатывает при этом кисти, что действительно впечатление производит. Кажется, мяч-то летит долго, да? А игрок там уже окопался на задней линии под сильную подачу. Ему перестроиться и сделать эти несколько шагов весьма затруднительно. Ну что же, поздравляем Алексея Зобова с отличным судейством. Очень приятно, что этому рефери стали доверять. То есть он среди победителей этого матча? Нет, ну да, можно отметить. Нет, осудили нормально, тут вопросов нет, конечно. Тоже участник, по крайней мере, этого поединка, завершившегося только что в Новосибирске. Почти два часа продолжалась игра четвертого тура между местным «Локомотивом» и новой из Новокуйбышевского. Итак, «Локомотив» одерживает свою четвертую победу подряд и первую среди них домашнюю, что важно. Удачный старт, условно, впрочем, главные матчи с лидерами нашей суперлиги. У железнодорожников еще впереди, пока что на их счету 11 очков уже стало с учетом набранных сегодня. И по-прежнему они вторые, да, вслед за «Зенитом» в нашей турнире. И никто из этого второго места уже не подвинет до конца этого перерыва, связанного с клубом чемпионата мира, за играми которого следите на наших каналах на следующей неделе. Ну, а мы, комментаторы Владимир Стецко, Леонид Сапронов, на этом нашу прямую трансляцию, организованную из Новосибирска, завершаем. Желаем вам всего доброго и прощаемся до следующих скорых встреч. До свидания.